Добрый вечер, дорогие друзья. 19:00 пробило, это значит, что мы можем начинать наш эфир, первый эфир марафона «Новая жизнь вещей». Подожду минутку, пока вы все соберетесь. Я знаю, что желающих прийти на марафон было почти 2000 человек. Надеюсь, что все желающие смогут дойти до нас в этот вечерний, эфир. Так, чудесно, можем начинать. Итак, сегодняшний марафон я назвала «Метаморфозы. Новая жизнь вещей». Именно это будет происходить сегодня. Так, я отлучусь на секундочку. Посмотрю ваши комментарии. Знаю, что вы уже пишете мне приветики, а я еще не вошла в чат. Секундочку. Так, ага. Вижу ваши все приветы. Любовь из Бельгии, привет вам персональный. Добрый вечер всем. Татьяна, Надежда. Дождались, я знаю, что кое-кто у нас перепутал время и ждал эфир уже даже в воскресенье. Кто-то даже отменил какие-то дела, чтобы смотреть его. Я очень ценю, что вы нашли время, что вы отложили свои домашние дела. Кто-то, знаю, там семьи свои поставил на паузу, чтобы это время провести со мною и с нашей творческой компанией. Привет из Чувашии. Добрый вечер, девочки. Как всегда, у нас география широченная. Вам мой горячий привет из Италии. У нас сейчас надвигается какая-то буря, за окном у меня все летает. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, что никаких технических заминок у нас не будет, что интернет будет стабильный и что мой голос долетит до вас, до каждого уголка земли, где вы сейчас находитесь. Новосибирска у нас много, смотрю, Санкт-Петербург. Ну что, я думаю, что постепенно все, кто хотел прийти, присоединяться к нам. И я пока буду начинать рассказывать вам все то, что я вам для вас приготовила. Информации сегодня будет очень много. Почему я вообще решила провести этот эфир? Почему я задумала этот марафон? Потому что я знаю, что у всех мастериц, у всех творческих людей всегда собираются остатки материалов. У валяльщиков это хвостики цветной вискозы и шерсти, знаете, вот малюсенькие такие остатки, которые вот ни к чему не приложишь. Если вы вяжете, то это обрезки пряжи, остатки пряжи, то есть какие-то вот маленькие клубочки, из которых тоже уже большое изделие не получится, и вот они тоже лежат у нас. Если вы шьете, то это наверняка обрезки тканей, ну, валяльщиц тоже остаются, обрезки шелка разного качества, разного цвета. Также, если что-то не получилось, какое-то изделие, мы тоже его, конечно же, не выбрасываем и откладываем на какое-то будущее. Либо собираются у нас образцы ненужные, какие-то обрезки войлока. Если вы тоже делаете одежду по детальным методам, как я, то я вот свои обрезки не выбрасываю, чтобы потом их использовать в валянии. И вот это вот все добро у нас копится, пылится, занимает место, потому что мы вот как вот эти хомячки, которые я тут изобразила в презентации, мы вот все собираем, потому что все пригодится. И вот это добро, оно просто, ну, можно сказать, захламляет наше пространство. Скажите, знакома ли вам эта история? Есть ли у вас такие вот остатки, обрезки, хвостики, копители? Вы тоже все это, как я? Есть ли у вас тоже такие вот мешочки какого-то хомячка? Знакомая ли вам эта история? Джанул пишет так. Этого добра хватает. Вот. Подтверждение. У меня очень много. Я давно валяю уже 15 лет. И, конечно, за это время тоже всяких остатков накопилось. Поэтому вот и пришла такая мысль мне провести такой марафон. Знакомая история. Пряжа от вязания. Да, полно всего. Вот. Полно. Коробочки и пакетики. О, да. Да, коробочек. И у меня полно. Как Плюшкин, да, как Плюшкин и как хомяки. Вторая причина, по которой я решила провести этот марафон, потому что знаю, что в наших шкафах
грустят вещи. Вот я их прям вижу, как они грустят. Какие-то вещи, которые, например, стали нам малы, то есть мы немножко поправились, либо какое-то маленькое пятнышко, может, и даже и не маленькое, какая-то дырочка появилась, либо вещь надоела, просто нам ее носили, потом настроение уже пропало, не хочется больше носить, либо вещь выходит из моды. Знаете, как мода сейчас мчится, мы за ней не успеваем. Если мы хотим быть на волне постоянно, то какие-то вещи вот мы откладываем просто, они у нас лежат там и грустят, занимают место в шкафу, ну и вообще в пространстве. И мы часто храним эту вот одежду, которую не носим, я так делаю, потому что жалко нам ее выбрасывать. Часто с одеждой связаны какие-то воспоминания. Например, кто-то вам ее подарил, либо вы ее себе сами купили при каких-то обстоятельствах, может быть, в поездке или еще там подарили себе на какой-то праздник или как премию за какое-то дело. То есть у нас с вещами связаны наши эмоции, поэтому мы с ними с трудом расстаемся. И вот мы их тоже копим, ждем, что, может быть, они снова вернутся в моду, либо мы похудеем. И это все вот тоже занимает пространство в нашем доме, которого никогда не бывает много. Вот есть любимые вещи, пишет Галина, стали маловаты, очень хочется поносить. Вот. Ирина пишет, дочка приехала в гости, хотела навести порядки и все выкинуть, а я не дала. Она в шоке. Вот, хорошо, Ирина, отвоевали у дочки вещи, будем их сегодня переделывать. Так, Светлана пишет, что приятно видеть меня в эфире. Светлана, я очень рада. И также третья причина, по которой я решила провести этот марафон, потому что знаю, что у некоторых мастериц, кто занимается валянием, бывают сложности с декором, в особенности, что изделия не всегда получаются такими, как мы задумывали. То есть в голове это красиво, потом мы делаем какой-то декор, новички в особенности, и видим, что... Ну, как-то получилось не так. Я себе представляла это по-другому. Вот. И в итоге просто теряется вдохновение, такой спад наступает, новички боятся пробовать новый декор, какие-то очень простые техники, одни и те же употребляют при декорировании своих изделий. И в итоге изделия получаются скучными. И вот эти вот три причины, они и собрались все вместе, и возникла идея провести марафон, который я... назвала «Метаморфозы. Новая жизнь вещей», потому что именно вот эти вот отходы, они могут стать не только материалом для нашего творчества, но еще и там большой потенциал идей, то есть они могут стать источником идей для нас, потому что на этих вот всех загрустивших вещах, про которые я рассказывала, которые в наших шкафах копятся, можно сделать очень интересный декор и дать этим вещам новую жизнь. И к тому же это самый экономный способ, чтобы обновить гардероб, да, когда не нужно покупать новое, а что-то так переобразить старое на новый лад и не потратить денег, не потратить ресурсов. И вот об этом и будет наш марафон. Будем валять, творить и экономить на новых вещах и на материалах. Так, Наталья пишет, дочка вынесла очень много хороших вещей на лестницу к лифту, хотела забрать, а нечего, кто-то уже приватизировал. Ну и хорошо, кто-то будет носить эти вещи, тоже не выбросили уже хотя бы не на свалку, потому что текстильного мусора в мире очень много, конечно, много одежды и много остатков текстильного производства, это все захламляет нашу планету. Ирина, если не открывается трансляция, обновите, пожалуйста, еще раз зайдите по той же ссылочке. Так, ну что, девочки, объявляю марафон наш открытым. Тут полетел салют. Я долго к нему готовилась, вложено много очень сил моих. И мне хотелось, чтобы вам понравилось, поэтому я приготовила для вас много интересной информации. Сейчас расскажу несколько организационных моментов. Эфир продлится около 2 часов. Задержка трансляции у нас где-то 15 секунд, может быть, у кого-то там до 30. То есть, когда я задаю вам какой-то вопрос, вы пишете ответ, я его вижу только где-то через 15 секунд. То есть, если я не сразу ответила на ваш вопрос или не сразу отреагировала на ваш какой-то комментарий, то, скорее всего, просто я его еще не получила. Прошу вас, чтобы вы сегодня были активными.
Пишите мне вопросы, пожалуйста, участвуйте в обсуждениях. Обязательно возьмите себе какой-нибудь листик, карандашик, чтобы, возможно, какие-то идеи будут вам приходить в голову, чтобы вы это могли зарисовывать, как я говорю, прибивать гвоздиками, чтобы они не разбегались, эти идеи. Вот, пожалуйста, задавайте мне вопросы и активно участвуйте в сегодняшнем нашем эфире, потому что, чтобы это не был просто мой монолог, мне всегда нравится с вами общаться и делиться идеями, чтобы это вот какая-то такая наша творческая энергия здесь завязалась. Добрый вечер из Крыма, Подмосковье, Санкт-Петербург. Угу. Наталья пишет, хочется в джинсовом плаще с модными дырками скрыть их с помощью декора. Ну, кстати, да, дырки, вот они не всегда, ну, как бы сначала нам нравятся, а потом, например, хочется немножечко их скрыть, спрятать. И, да, вот эти сегодняшние идеи, которые я вам покажу, они вполне могут подойти для того, чтобы скрыть дырки на джинсовых плащах. Так. У вас столько идей всегда, что я целую тетрадь взяла. Марина, обожаю таких людей, которые вот на ходу все схватывают. Да. Запись, да, запись будет. Завтра всем зарегистрировавшимся мы ее пошлем. Но если у вас есть возможность остаться в эфире до конца со мной и поучаствовать в обсуждении, то будет лучше. То есть запаситесь, пожалуйста, каким-нибудь крепким чаем, если у кого-то уже вечер. Вот, ну, в 2 часа обещаю вам уложиться. Так, не могу столько смотреть эфир. То есть 2 часа, если вы не сможете с нами быть, ну, посмотрите потом в записи. Кто может, оставайтесь, потому что много будет интересного. Так, потому что сегодня будет у нас переделка. Я сделала интересную вам видео про переделку джинсовой куртки. Буду давать ей новую жизнь. На ваших глазах будет такое метаморфоза происходить, перерождение. Также еще покажу вам интересные идеи декора из обрезков войлока. Также сегодня будет презентация долгожданного второго тома энциклопедии декора и еще одного секретного курса, про который я пока нигде не рассказывала. Так, привет из США. Привет Великому Новгороду. Спасибо за запись, Татьяна пишет, а то у нас уже очень много времени. Да, я понимаю, конечно же, что мы все с вами живем в разных часовых поясах, у кого-то уже совсем поздно, поэтому, да, запись будет, вы сможете посмотреть ее попозже, например, завтра, когда вам будет удобно. Так, сегодня у нас первый эфир 19 числа в пятницу. У нас будет второй эфир марафона, потому что идей у меня так много, что я решила это даже разделить на 2 эфира, в один не уложусь. И на втором эфире вы узнаете, как из обычного свитера или обычного джемпера сделать очень оригинальные, интересные вещи с помощью обрезков войлока, а также как спасти неудачно постиранный свитер. Знаете, бывают такие несчастные случаи у каждой хозяйки, либо с помощью там близких, домашних случаются такие казусы, когда свитер попадает нечаянно в стиральную машину с другими вещами и дает усадку. И вот я расскажу, как можно такой свитер спасти. И также, если сегодня мы какие-то вопросы ваши не успеем обсудить по первому эфиру, тоже, пожалуйста, их потом задавайте после, в службу заботы, например, пишите. И мы эти все эфиры разберем 19-го на втором дне марафона. Марина пишет, есть любимое платье, поправилась, и платье стало коротковато. Очень хочется поносить летом. Ну, вот, кстати, с помощью войлока тоже вполне можно его удлинить. Да, Ирина пишет, выстирала я белую вязаную водолазочку. Ну вот, примеров таких много. Я вас благодарю, что вы пришли на эфир, что вы нашли время в своем дне, в своих всех делах для того, чтобы побыть сегодня со мной и в нашей творческой компании. Поздравляю вас, потому что я знаю, что на эфир пришли самые целеустремленные, самые творческие, тех, кто хочет развиваться, тех, кто хочет совершенствоваться, самые-самые горячие влюбленные в войлок. И я очень рада, что вы хотите создавать интересный, разнообразный декор на своих изделиях, использовать все материалы до последней шерстинки, экономить
на материалах и давать вещам новую жизнь. У меня такой вопрос. Есть ли сейчас в чате кто-то, кто вообще видит меня впервые? Потому что я знаю, что не только из моей группы, не только мои подписчики сегодня пришли на эфир, но подозреваю, что есть и те, кто пришел к нам с бескрайних просторов интернета и, возможно, видит меня впервые. Поэтому, пожалуйста, поставьте, да, плюсики и минусики, чтобы я понимала. Так, вижу, что ага, есть минусики. Хорошо, значит, я быстренько позже представлюсь и немножечко расскажу о себе. Да, а пока я буду рассказывать о себе, напишите, пожалуйста, вы о себе, чтобы мы с вами познакомились. Напишите, пожалуйста, откуда вы, из какой страны, из какого города. И напишите, давно ли вы валяете. Новичок вы, может быть, вы любитель, присматриваетесь к войлоку, либо вы уже опытный мастер и много лет валяете. Но самый главный вопрос, точнее, еще один вопрос, который мне хочется вам задать. Почему вы решили прийти на этот марафон? Чем именно он вас заинтересовал? Что вы от него ожидаете? Я пока расскажу о себе. Меня зовут Катерина Куршун, еще до сих пор не представилась. Я дизайнер одежды по образованию. Я закончила Витебский государственный технологический университет. Я училась в Беларуси. У меня диплом художника-модельера. И также я работала на швейных предприятиях как художник-модельер, то есть я из швейников, из у меня образование и опыт работы именно с одеждой. 7 лет назад я основала школу современного войлока. 15 лет уже, да, с 2009 года я занимаюсь валянием из шерсти. Сначала это было просто хобби мое любимое, как думаю и многих из вас. А сейчас это уже моя полноценная работа, можно сказать так, на полную ставку я занимаюсь в основном сейчас обучением. То есть я создаю курсы, провожу эфиры и обучаю технике мокрого валяния. В основном одежды, аксессуаров. Также, когда есть возможность, я провожу живые мастер-классы, то есть выездные в разных странах. Я посчитала, что мои курсы прошли уже более 3500 человек. То есть у меня ученики во всем мире. Я разработала много техник валяния, моих авторских техник декора, и порядка 200 изделий я уже создала за свою карьеру, скажем так. Так, Нижний Новгород, украшения, шапочки, варежки, шарфики. Отлично. Новичок, Архангельск, валяю немного, пишет Елена. Обувь, варежки, аксессуары, цветы. Ага, отлично. Вы тот мастер, пишет Светлана, который даже в небольших своих выступлениях даете массу полезного, интересного и нужного для новичков. Каждый эфир – это клад. Светлана, спасибо большое. Такой отзыв получать в начале эфира – это очень-очень меня, конечно же, вдохновляет. Видите, если я на маленьких эфирах успеваю столько пользы дать, сколько я успею сегодня за 2 часа. Поэтому оставайтесь со мной. Марафон интересен заявленной темой – переделка, декорирование войлоком. Да, отлично. Я рада, что тема вам отозвалась, потому что мне она очень нравится, и когда я о ней писала, я видела, что есть отклик, я поняла, что нужно об этом говорить. Нравятся работы, спасибо за вдохновение. Я известна в войлочных кругах тем, что я учу применять портновские методы в войлочной одежде, то есть я много объединяю валяние с шитьем, то есть у меня есть эти навыки, эти знания, и они очень хорошо друг с другом сочетаются, то есть уметь валять и уметь шить. Это идеальное, по-моему, сочетание, получается самые классные вещи, я этому учу. Также меня все знают как экспериментатора и исследователя, я постоянно копаю что-то новое, пытаюсь в войлоке придумать, ну, как-то что-то с чем-то сложить и какой-то новый результат получить. Вот, и такой я новатор, я создаю современный дизайнерский войлок, я стараюсь изменить имидж этого такого очень традиционного ремесла, чтобы это было прям модно. Россия, Новосибирск, валяю 5 лет, интересное сочетание войлока с разными материалами и люблю эксперименты. Ну вот, сегодня как раз-таки у нас будет сочетание войлока с другими материалами и эксперимент будет на ваших глазах происходить.
Так, Германия, валяю совсем немного. Ищу идею сделать накидку в машине и лучше из остатков. У меня сегодня будет для вас отличное предложение для такой вещи. Так, с валянием познакомилась Татьяна в 2019-м. Была вылочная обувь, постепенно стала интересоваться тонким. Так и узнала о вас, Катерина. Отлично, девочки. Вижу, что здесь в эфире у нас есть как новички, так и люди, которые уже валяют давно. Марафон этот будет полезен и для новичков, для тех, кто совсем недавно для себя открыл войлок. Пока, если вы делаете первые шаги вот в декорировании, что-то пробуете создавать какие-то интересные фактуры, то этот марафон для вас. Но также и для любителей, тех, кто уже продолжает какое-то время, и для опытных мастеров, кто уже валяет аксессуары, кто валяет одежду, но пока еще есть какие-то вопросики, пока есть сложности с декором, например, вы часто не понимаете, как реализовать какую-то вашу задумку, вот, либо делаете, как понимаете, но результат вас не очень радует. Или если ваши изделия пока получаются иногда какими-то скучноватыми, и если настроение портится, то сегодня на марафоне будут для вас ответы. В результате марафона вы узнаете, как можно интересно применить остатки материалов, вот эти вот, которые копятся у нас в коробочках и в пакетиках, и как можно сэкономить при валянии новых изделий. Также покажу вам сегодня интересные техники декора. Можете создавать интересные рисунки из войлока, из обрезков, из остатков войлока. Узнаете, как можно дать вещам новую жизнь. Ну и, конечно же, заряд вдохновения, заряд вот этой нашей творческой такой позитивной энергии я вам тоже сегодня гарантирую. Поэтому оставайтесь со мной до конца. Давно лежит джемпер, пишет Елена. Наверное, он велюровый. Очень хочу его преобразить, чтобы снова носить. Ну вот, сегодня как раз мы будем говорить о возможностях преображения, но особенно о трикотаже, о джемперах. Это будет на втором эфире. Приходите, пожалуйста, и на второй эфир в пятницу. Вообще, декор – это моя самая любимая тема, пожалуй, валяния. Я в прошлом году выпустила, наверное, многие знают об этом, энциклопедию декора. Это просто стало таким хитом. Мне кажется, она уже практически на каждом, скажем так, прикроватной тумбочке валяльщика лежит. Ну, это я говорю в кавычках, потому что энциклопедия декора – это видеокурс, где собраны разные уроки по самому-самому разнообразному декору. Вот, и поэтому вот подчеркиваю, что декор – это прям любимая тема. Я очень люблю об этом говорить и люблю его делать. Но знаю, что декор это не только моя любимая тема, потому что те, кто приобрел этот курс, я получаю очень много отзывов, много очень благодарностей за него и много вопросов о продолжении. Вот и сегодня я могу уже сказать официально, что продолжение этого энциклопедии декора уже есть, том второй уже есть, он уже выпущен, но я о нем расскажу чуть-чуть позже. И еще, кроме декора, я обожаю переделки. Вот здесь на фотографии юбка джинсовая, которую я сшила из рубашек мужа. Муж у меня носит в офис рубашки, они приходят периодически в негодность, там, знаете, манжеты, воротнички. И чтобы их не выбрасывать, я вот скомбинировала с его же джинсами. Муж очень удивился, конечно, когда увидел свои вещи в таком новом виде. Вот. Обожаю что-то сделать из старого нового. То есть здесь рубашки и джинсы, видите, стали практически неузнаваемыми. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам такое? Нравятся ли вам тоже переделки? Татьяна пишет, что пробовала все ваши техники из энциклопедии. Татьяна, очень здорово. Я люблю, когда люди не просто смотрят курсы, а еще и сразу пробуют, сразу применяют. Так, энциклопедия «Высший пилотаж». Благодарю вас за этот труд. Спасибо большое. Так, сваляла юбку в мастер-классу. Она получилась тесновато. Два не сшитых полотна ждут своего часа. Возможно, найду сегодня решение. Да, какие-то решения я вам сегодня на самом деле предложу, но также еще и расскажу о курсе, в котором будет очень много разных решений.
Так вот, моя юбка из джинсов и рубашек. Помните, кто уже давно следит за моим творчеством? Я несколько лет назад, наверное, в 2019 году или в 2020, проводила вебинар по джинсовой куртке с войлоком. Это тоже была такая переделка, тоже была новая жизнь в войлочной джинсовой куртке. Вот здесь, видите, на фотографии слева, где я в джинсовой куртке, это вот куртка, которую переделала я. А с другой стороны, девушка, это куртка, которая была сделана уже по этому вебинару. То есть вот эта тема переделок, я видела, что она очень откликается, да, что очень-очень много людей посмотрели этот вебинар. Так, рубашки копятся, Елена пишет, да, качество ткани у них хорошее, это правда. Шикарная куртка, да, я ее, кстати, ношу, ее очень люблю, она мне очень особенно в всяких путешествиях выручает, потому что она такая вот и от ветра прикроет, и можно куда-то в сумку сложить, запихнуть, потом расправил, встряхнул, одел и пошел снова красивый. Ну и, конечно же, самое главное, что такой вещи просто ни у кого нет. Я обожаю просто оригинальные вещи, такие как не у всех, не как у всех, вот, чтобы было издалека видно, что идет творческий человек, и все эти вещи можно сделать своими руками, что самое прекрасное, потому что в магазине чаще всего, особенно вот в Европе, в Америке, я знаю, что, да и в России тоже, что там говорить, во всех странах. Оригинальные вещи, то, что отличается в магазине от других, оно обычно стоит дорого. А у нас есть пара ручек, которыми можно, приложив фантазию и знания, которые я сегодня вам буду давать, можно сделать очень необычные вещи. У кого рубашки копятся в пачворках и украсить валенными штучками, тоже как вариант. Так, Добрый вечер, Светлана. Так, привлекло название марафона, пишет Лариса. Вы мастер с большой буквы. Значит, будут новые вишенки на торте. Обязательно. Вишенок сегодня будет у вас. Целое варенье. Жду с нетерпением. Спасибо, Лариса. Да, вот Юля пишет, что помнит эту куртку. Вот эту мою. То есть переделки. Обожаю. У меня в гардеробе есть несколько вещей, тоже таких переделанных. Если есть возможность что-то где-то покромсать, что-то где-то из старого в новое сделать, то я всегда, всегда рада. Так, ждем вишенки. Опоздал, Наталья. Если вы что-то не успели посмотреть, то в записи вы сможете вернуться назад и посмотреть еще. Так. Город Омск. Я любитель, пишет Юлия. Увидела на ярмарке валеную шапку. Задумала купить. Пришла в гости к сестре. А она себе сваляла на мастер-классе шапку. Ну и меня научила, как здорово. Потом увидела ваши работы и увлеклась еще больше. Приобрела ваши мастер-классы, потихоньку осваиваю. Сделала 4 шапочки, один берет из курса «Жемчужный джемпер». Чудесно. Людмила прибежала к нам из Португалии, пишет, опоздала, но ничего страшного. Все самое интересное еще впереди. Мы пока разогреваемся, знакомимся. С 2009 года валяет. Так, убегают у меня комментарии. Все. Не дает мне прокрутить наверх. Ага, вот. Ваш мастер-класс «Шарф и перо», пишет Наталья. И «Водопад» мои любимые. А затем пошла одежда. С вас-то и началась любовь к войлочной одежде, прекрасно сидящей по фигуре. Ой, приятно. Да, потому что я, как уже выше говорила, я обожаю делать одежду именно по детальным методам, когда детали выкраиваются и потом сшиваются. Таким образом вы экономите свои силы, экономите место на раскладке. И я всегда пропагандирую именно такой метод. И сегодня тоже я вам буду предложу в конце курс, в котором много шитья, но оно подойдет и для новичков, и там тоже будет интересная вещь с хорошей посадкой. Так, Леонова Ирина пишет: «Люблю, чтобы только у тебя такая вещь». Да, вот мне кажется, это очень ценно, потому что сейчас, ну, плюс еще и в магазинах вещи, согласитесь со мной, часто какие-то очень однообразные, да, вот, ну, вот все ходят на улице какие-то, как, простите, с инкубатора, да, ну, вот,
Даже в Италии я живу, вот я выхожу и вижу, что все в каких-то одинаковых курточках, одинаковых пуховичках, одинаковых свитерках. Но они там, может, чуть-чуть отличаются, но какой-то вот индивидуальности в них нет. А мне нравится, когда вещь что-то рассказывает об авторе. То есть, если я иду в какой-то вещи, сделанной своими руками, она говорит обо мне, что вот идет творческий человек, у него вот есть две золотые, ну ладно, я скромно скажу, две золотые руки. Вот. То есть вещи, которые мы делаем сами, валяем ли мы их с нуля, или мы делаем какие-то переделки, интересно, как-то их декорируем, они рассказывают что-то о нас, о нашем вкусе, о нашей какой-то индивидуальности, может, даже как-то о нашем характере. И мы таким образом себя несем в мир. Нас же встречают по одежке, правильно, провожают по уму. Но сначала мы по одежке представляемся. Я творческий человек, я умею делать вот такие вещи. Поэтому обязательно, если вы валяете одежду, если что-то вы шьете, обязательно носите ее и с гордо поднятой головой представляйте себя в мир как творческих вещей. Так, комментариев много. Я очень рада, что вы пишете. Спасибо большое. Смотрел многих мастеров, пишет Светлана, но никто, кроме вас, так по-доброму не говорил о переделках с войлоком. Все в одном мастер-классе по новым материалам. Я за этой темой переделки искала более года у мастеров. Елена пишет, что сшила три кофточки, сейчас к дню рождения платье. Апгрейдила футболку. Отлично, апгрейды обожаю. На платье хочу что-то свалять. Ольга пишет, будем ли мы весь марафон читать комментарии? Нет, Ольга, не будем. Но мне хочется, понимаете, и вам тоже внимание уделить, чтобы не только вы меня слушали, но чтобы у нас был какой-то диалог. Так, ну хорошо, давайте мы можем переходить тогда к той части, которую я приготовила. Мы будем сегодня заниматься переделкой. Я назвала это «большая переделка» маленькой джинсовой куртки, потому что джинсовая куртка была на самом деле маленькая. Я немножечко поправилась, и куртка стала мне тесной, здесь вот в руках, и по ширине. То есть она на мне просто не застегивалась, а мне очень нравился ее цвет. Она такого сейчас покажу я ее вам. Мне жалко было ее выбрасывать. Она какое-то время лежала, а потом, вот когда пришла в голову мне мысль провести такой марафон для вас, то она очень подошла для переделки. Вот поэтому сегодня мы будем делать большую переделку маленькой джинсовой куртки. Так, скажите, готовы ли вы смотреть? А мне нравится, пишет Ирина, что Катя читает комментарии. Мы как будто все сидим у нее в гостях и беседуем. Ну так в этом же дело. Мы же не просто посмотрели видео и побежали по своим делам. Мне хочется, чтобы вас объединять, чтобы мы вот эту вот творческую нашу энергию здесь как-то завернули, чтобы она до всех вас долетела, чтобы вы чувствовали вот это вот единство, да, потому что я считаю, что войлок, он объединяет чудесных людей, что наше сообщество именно войлочное, оно самое теплое. У меня был какой-то опыт подсмотреть за другими сообществами других техник. И мне кажется, что вот валяльщики, они самые какие-то добрые, светлые люди. Поэтому я люблю эти эфиры, люблю читать ваши комментарии, потому что знаю, что здесь собрались очень интересные, теплые, светлые люди. Так что мы обязательно сейчас перейдем к просмотру видео. Но, пожалуйста, да, хочется и вам тоже уделить внимание всем, кто пишет, потому что это тоже важно. Так, апгрейдила футболку, на платье хочу что-то свалять или сшить. Какой-то акцент. Да, вот сейчас как раз-таки будем мы об этом говорить. Так, Ну что, готовы, да. Катерина, читайте наши комментарии. Просто комментарии будут. Вы сейчас видите комментарии тех, кто находится вместе с вами онлайн. Но потом люди, которые будут смотреть уже в записи, они не будут видеть этих комментариев. Да. И поэтому, ну, как бы
такого общения не получат, если я только я одна тихонечко прочитаю ваши комментарии и не зачитаю их вслух. Добрый вечер, я из Израиля, и у нас жара, но я готова о шерсти говорить даже в жару. Да. А валять готовы или только говорить о шерсти? Алла. Так, готовы, здравствуйте. Насколько большой может быть переделка? В смысле, что у меня лежат вещи, которым уже и 20, и 25 лет, а за это время столько же килограмм и добавилось. Ну вот давайте мы сейчас посмотрим видео и дальше обсудим, насколько сильно можно расширить куртку или жакет вот таким способом, как я вам показала. Хорошо, давайте мы, Лариса, еще раз вернемся к вашему вопросу, потому что после того, как вы посмотрите видео, это будет более наглядно тот метод, который я вам хочу предложить. Думаю, переделать сарафан, хочу посмотреть, как это делаете вы. Очень интересно. Так, угу. Смотрела эфир, в котором переделывал пальто. Да, я помню, что я вам показывала. Кстати, еще одна, вот еще одна переделка, которую вы все смотрели в эфире на одном из моих... Это не был марафон, какой-то был прямой эфир, наверное. Где я переделывала еще воротник пальто. Да, когда из классического пальто я отпорола воротник с лацканами, сделала его валеным. Вот тоже, кстати, да, хорошо, что вы напомнили. Еще одна моя была переделка. Алла, да, Алла из Австралии, из Израиля, валяет, но рано утром. Любимая джинсуха по кокетке расползается. Ну что ж, давайте спасать любимые джинсухи. Будем смотреть видео. Оно будет длиться около 10 минут, потому что работы не так уж и много. Но вы знаете, что я люблю видео без воды. Люблю, когда там концентрированная польза, поэтому свою большую переделку маленькой куртки я уложила в 10 минут сочного видео. Поэтому давайте мы с вами посмотрим, а потом я вернусь к вашим вопросам еще и обсудим их. Хорошо? Здравствуйте, успела, немного опоздала. Ничего страшного, если вы что-то не успели посмотреть, завтра утром вам придет запись, и вы сможете вернуться, пересмотреть и заняться своими переделками. Хочу освежить джинсовку, Елена пишет. Ну, чудесно. Давайте. Переделка доступна мастерам, которые не очень хорошо шьют? Да. Вообще все мои курсы, все видео, которые я вам показываю в бесплатных эфирах и моих курсах, которые я предлагаю приобрести, они все подходят для новичков, потому что я учу, именно учу шить. Не нужно иметь какого-то большого опыта шитья, даже если вы там совсем чуть-чуть со швейной машиной пока что на «вы», то после моих видео, моих курсов вы подружитесь с ней, она будет вашей хорошей подружкой. Так. Как долго будет доступна запись марафона? Я думаю, что до 25 апреля будет доступна включительно. Расширить любимый валенный жакетик тоже можно будет. Так, хорошо. Давайте посмотрим. И дальше я буду вся ваша для ваших вопросов. Так, думаю, что вы готовы, правда? Внимание на экраны! Девочки, соберитесь. Внимание на экраны. Смотрим видео. Главной героиней моей сегодняшней переделки будет вот такая джинсовая куртка. Она мне стала мала, тесно по груди, и также рукава тоже стали слишком узкие. Сегодня я буду ее расширять и декорировать за счет войлока. У меня есть остатки войлока вот такого бежевого цвета. Войлок средней плотности. Я выбрала вот такой бежевый цвет, потому что здесь у меня есть строчки тоже такие коричнево-рыжеватые. И мне кажется, что эти два цвета хорошо друг с другом завяжутся. Можно выбрать войлок вообще какого-то контрастного оттенка. Например, голубому выбрать красный или желтый. Почему бы нет, если вам нравятся такие контрасты. Может быть, это синий, белый, голубой. Решайте вы. Прежде всего, мне нужно мою куртку будет распороть. Вот здесь вот по боковым швам, потому что я здесь буду ее расширять. Здесь у меня даже какая-то еще частичная подкладка. Посмотрю, возможно, я ее оставлю. Распарываю боковой шов и дальше также нужно будет распороть рукав. Если у вас нижний шов рукава
приходится вот сюда на уровень бокового шва, то тогда распарывайте боковой шов и нижний шов рукава. Если у вас швы рукава также вот перенесены сюда, как у меня, то тогда здесь мы просто рукав разрежем. Также я хочу отпороть вот эти кармашки, потому что здесь я буду делать декор на полочке, и карманы просто мне будут мешать. Здесь я вижу, что у меня под карманом джинс хуже прокрашен. Вот такой он будет здесь более темный, но мне кажется, что это тоже даст нам дополнительный эффект. Поэтому кармашки я тоже отпарываю. Итак, я отпорола у моей куртки кармашки, распорола боковые швы и также распорола кусочек проймы. Вот здесь рукав сшивается. И теперь мне нужно разрезать мой рукав. Повторюсь, если у вас нижний шов рукава идет в продолжение бокового шва, тогда распарывайте его. У меня швы вот так вот смещены, два шва, локтевой и здесь вот спереди. Поэтому я мой рукав разрежу. Раскладываю его так плоско. Начну разрез вместе соединения спинки с полочкой. И дальше по прямой сделаю так, чтобы этот разрез повторял форму рукава. Готово. И точно так же делаю на втором рукаве. Войлок я нарезала на полосы шириной примерно 4-6 сантиметров. Дальше разрезаю их на квадраты. Теперь подрезаю края квадратов, чтобы получились кружочки. Я решила сделать кружочки разного диаметра, но можно сделать и все одинаковые. Кружочки я раскладываю на куртку, чтобы понять, хватит ли мне их. Вот вижу, что еще остались, может еще на спинку добавлю. Теперь эти заготовочки нужно немножко подвалять. Можно их потереть о, например, пупырчатую пленку или жесткую такую икеевскую пленку с пупырышками, чтобы немножко эти краешки оформить и чуть-чуть уплотнить еще войлок. Либо можно их постирать в стиральной машине. Я их сложу в такой мешочек для стирки. Туда же положу отрезок войлока, который я потом использую для полосок, для расширения куртки. Тоже хочу, чтобы он немножко уплотнился. Войлок мой уже готов, он достаточно плотный, но мне хочется его сделать еще плотнее, потому что он будет вставлен в те места куртки, где идет большая нагрузка, где идет большое трение, чтобы он служил дольше. Я хочу его еще немножко увалять. Поэтому я его постираю вместе с моими кружочками, отправляю в стиральную машину на короткий цикл, 30 минут, 40 градусов, и лучше, если в барабане лежит еще какое-то белье. После стирки отрезок войлока я расправляю, растягиваю. Можно также его проутюжить с паром. И теперь кружочки также их расправляю, чуть-чуть растягиваю в серединке. Я им придаю такую форму чашечки или лепестка такого изогнутого. Растягиваю в середине, а краешки остаются такими волнистыми. Тогда рисунок получится... Декор получится такой более объемный. Расправляю так каждый кружочек и оставляю их в таком виде сушиться. Войлок высохнет и запомнит свою форму. Дальше мне нужно выкроить полоски войлока для того, чтобы сделать сюда вставку в рукав и между спинкой и полочкой. Измеряю длину, которая мне понадобится от низа рукава до вот этого шва проймы. Здесь у меня 46,5. Также здесь у меня подгибка низа 2 сантиметра и сантиметрик на шов. То есть 46,5 прибавляю 3, 49,5. Здесь измеряю боковой шов. Здесь у меня 29 сантиметров и также прибавляю 3 сантиметра припуски. Итого 32 сантиметра. Дальше я решаю, насколько я хочу расширить мою куртку. В зависимости от того, насколько она вам стала мала, вы принимаете решение. То может быть полоска шириной 3 сантиметра, 4 сантиметра, 5 или даже больше, если вам нужно сильно расширить. Я сделаю расширение 5 сантиметров с одной стороны и 5 сантиметров с другой стороны. То есть в общей сложности моя куртка станет шире на 10 сантиметров. Мне этого достаточно. То есть я вырезаю полоски
длиною 49,5 и 32 и шириною 7 сантиметров, потому что в готовом виде полоска будет 5 сантиметров и припуски с двух сторон по сантиметру. Итого 7. Я выкроила 2 полоски для рукавов и 2 полоски для боков. Теперь я соединяю их вместе, длинную с короткой, скалываю булавочками и прокладываю строчку на расстоянии 1 сантиметр, сшиваю их вместе. Здесь, когда я распарывала боковой шов, я распорола также кусочек проймы, поэтому сейчас я эти строчки обратно застрачиваю, чтобы пройма у меня была вся собрана. И застрачиваю. Здесь у меня 2 строчки. Готово. Теперь вот эти припуски спинки и переда я подрезаю так, чтобы они у меня пришли на один уровень с вот этим вот разрезом рукава. Можно оставить чуть шире. Здесь, чтобы было удобнее работать, я эти припуски разутюжила. И теперь мне нужно вшить эти полосочки. Я складываю лицом к лицу полоску войлочную, та, которая короче. Накладываю ее на полочку. Здесь совмещаю шов со швом проймы. Прикалываю и дальше в продолжение. Здесь выходит у меня за край мой припуск, который я дальше подогну. 2 сантиметра, которые я закладывала. И дальше в продолжение иду на рукав. Войлок укладываю плоско, никак его не натягиваю. Готово. То же самое делаю с другой стороны. И дальше прокладываю строчку на расстоянии 1 сантиметр от края. В конце строчки делаю закрепку. Теперь эту волочную полоску прикалываю к другому срезу рукава. Все сколола и теперь прокладываю строчку также на расстоянии 1 сантиметр. Итак, я вшила войлочные полосы в мою куртку и еще обметала зигзагом срезы, для того, чтобы джинс не растрепывался. Мне осталось подшить вот здесь вот припуски по низу рукава. Я их просто застрачиваю. И по низу куртки. Размер куртки я увеличила, сидит она теперь намного комфортнее, и можно теперь приступить к самому интересному, к декору. Моим войлочным кружочкам я решила также добавить вот такие матовые пайетки. Это тоже история рециклинга, потому что я купила платье с пайетками в секонд-хенде и срезаю с них пайетки и буду их использовать здесь для пришивания моих кружочков на куртку. Выкладываю из них композицию и пришиваю один за другим. Можно их близко друг к другу укладывать, можно на большем расстоянии. И здесь я чередую, у меня кружочки разных размеров, побольше, поменьше. И я чередую маленькие и большие. Прокалываю войлок и джинс и в серединку пришиваю пайетку. Делаю 3 стежка, этого достаточно, чтобы кружочки держались. И с изнанки делаю закрепку. Так, один за другим пришиваю кружочки на куртку. Я использую пайетки, но, конечно же, они здесь не обязательны. Можно пришивать просто нитками, можно использовать, например, бусины или бисер, если вам нравится. Можно вообще сделать какие-то маленькие пуговички. Мне кажется, тоже будет интересно. Ну что, досмотрели мы видео. Вот эта вот куртка сейчас на мне, которую я сделала. Теперь она прекрасно застегивается на мне, потому что раньше вообще молния не сходилась. Вот такой я сделала декор. Я его пока сделала асимметричным, но посмотрю. Тут же можно эту историю продолжать. То есть вы что-то сделали, а потом можно переделывать дальше. То есть сейчас я его сделала асимметрично, а потом, может быть, я еще дальше вот сюда дошью тоже эти кружочки. Вот так вот выглядит вставка, видите? Она смотрится очень
органично, то есть здесь не просто вставка из какого-то непонятного материала, она не смотрится чужеродной, потому что на полочке есть продолжение, да, то есть здесь войлочная вставка, и из того же материала сделан и декор, поэтому все как бы очень даже гармонично. Так, здорово, вижу, что понравилось, супер, да, запись будет, пришлем ее вам завтра утром, можете пересмотреть. Наталья пишет, можно было цельно и кроить вставку. Да, конечно, если у вас есть длинный кусок войлока, то можно эту вставку выкроить и целой полосой. У меня просто была ограниченная длина моего войлочного куска, поэтому я сделала со швом. Но чтобы этот шов не был в каком-то странном месте, я сделала его подмышкой. Как вам моя переделка? Скажите, пожалуйста, понравилась ли вам? Я люблю уже эту куртку. Точно буду носить много лет. А до этого лежала в шкафу грустная. Просто, но очень круто получилось. Вот именно, что я хотела вам дать очень простой метод. То есть вы спрашивали, подойдет ли это для новичков. Вот, вшить полосу войлока вообще несложно. Да? Два шва разрезали. Если, например, вам нужно эту куртку расширить на, по груди, скажем так, на больше, да, сделать большую вставку, а по рукавам, например, вам не хочется, чтобы к низу рукава, чтобы он расширялся, то этот прямоугольник можно не делать одной ширины и по бокам, и тот, который пойдет на рукав, а заузить его. То есть вот это, чтобы полоса, которая идет к низу рукава, ее можно заузить. У меня была полоса довольно узкая, да, вот я 7 сантиметров кроила. И поэтому у меня рукав вот как раз хороший получался. Если вы можете сделать в бок более широкую, подмышка она тоже идет широкая, но к низу рукава можно ее заузить. Да? Надеюсь, что это понятно. Так, переделка отличная, куртка стала стильной или индивидуальной. Да, ну, мне приятно, что вы оценили. А вы валяли сами или готовый прифилд? Это обрезки. Это было неудавшееся платье. И я из него ему тоже дала новую жизнь. Уже вот в такой вот реинкарнации. Про пуговки вместо блесток. Класс. Да, то есть это могут быть разные. Я также уже позже, после того, как записала это видео, подумала, что это же могли быть даже заклепки. Да, если вы найдете заклепки, такие, знаете, бывают вот зубчиками, которые... Можно, конечно, и те, которые на прессе устанавливаются, такие вот прям настоящие заклепки. Можно даже ими, вот они с джинсом вообще будут классно смотреться. То есть у вас здесь и объем, какие-то вот эти вот штучки пришиты, и, например, какие-то блочки. Интересно, а брюки так можно расширить? Ну, теоретически, да. Да, по бокам можно вставить и... И, например, войлочные карманы. То есть здесь важно, не просто вы делаете вставку из войлока, но дополняете еще. Потому что если просто в брюки вставить какой-то вот лампас странный, ну, может смотреться как-то вот, ну, что-то такое пришили непонятное. А если вы одного и того же цвета войлок используете в нескольких вариантах, то есть и декор, и вставка, тогда оно не выглядит как какой-то вот заплаткой. Именно в этом была моя идея. Отличная куртежка получилась. Очень стильно, очень удачная цветовая гамма. Это было неудачное платье, у вас бывают неудачные вещи. Наталья, у меня бывают неудачи, конечно же, я тоже живой человек. У меня есть и неудачные образцы, и неудачные изделия были в прошлом, сейчас уже меньше. Но я тоже не идеальна, и я постоянно экспериментирую, просто я вам показываю все то, что получилось уже. Но обычно за новым курсом, за какой-то новым открытием стоят еще и какие-то неудачи. То есть на этом пути тоже бывают разные этапы. Еще бы брюки расширить, молния не застегивается. Можно, я думаю, но в брюках будет чуть сложнее, потому что там есть пояс, но теоретически можно и пояс разрезать. Но обязательно пояс, если вы разрезаете у брюк, то его нужно укрепить. То есть если вы на пояс вставите просто войлок однослойный, этого будет мало. То есть там лучше либо с изнанки кусочек джинса еще подшить, либо проклеить этот участок. Катерина, как здорово, что вы взялись за эту тему. Столько хороших, но без дела лежащих вещей. Не останавливайтесь, продолжайте, пожалуйста, эту тему. У вас талант и в валянии, и в шитье, и в дизайне. Спасибо большое, Маргарита. Очень теплые ваши слова. На самом деле, останавливаться я
не планирую, потому что мне тоже эта тема очень нравится, и очень много идей уже в энциклопедии во втором томе. Я их уже сняла и уже доступ к ним открыла тем, кто приобрел заранее энциклопедию. Но я буду дальше еще продолжать снимать уроки, потому что мне эта тема очень интересна сама. Я купила энциклопедию декора, но не успела второй том энциклопедии. Сегодня будет у вас возможность по отличной цене докупить и второй том энциклопедии. Есть жилеты вязаные, фабричные. Как переделать в изделия с рукавами? Про изделия трикотажные, вязаные, разные мы поговорим на втором дне марафона. Приходите тоже, пожалуйста. У меня там есть некоторые мысли и находки, которыми я хочу с вами поделиться. По другой джинсовой курточке можете рассказать? Там спинку переделывали. Этот марафон, этот вебинар «Новая жизнь джинсовой куртки» есть на YouTube, по-моему, в открытом доступе даже. Можете посмотреть. На груди джинсового плаща модные дырки. Как же их закрыть? Можно нашить какие-то войлочные детали. Вот. Но, кстати, про войлочные детали, нашитые на изделии, еще мы будем разговаривать также и на втором дне марафона. Там я вам продемонстрирую некоторые идеи. Здесь я на куртке сделала вот такие вот симпатичные, как мне кажется, кружочки. Я их использовала еще в одной вещи. Сейчас я вам тоже покажу ее. Вот еще такую сумочку я сделала, смотрите. Тоже. То есть, вот они. Можно сумочку носить с курткой. То есть это просто валеная сумка с клапаном. Без декора она была. И я на ней сделала декор вот из таких же обрезков войлока. Здесь также они пришиты на вот эту вот пайеточку. Скажите, пожалуйста, какие у вас появились еще идеи, где можно такой декор применять? Я считаю, что можно такой сделать декор на куртках, да, вот на джинсовых. Но не обязательно на джинсовых. Это может быть куртка из вельвета, куртка из плотного хлопка. Это могут быть жакеты, могут даже быть какие-то тонкие пальто. Вот декор такой можно сделать на сумках. Можно какие-то детали пришить на валеную обувь, например, если вы делаете тапочки или делаете сапожки. Вот, можно пришить на шапочки, на береты, вот сделать такой вот объемный декор. Да, пришить на пайетку, на пуговичку, может быть, на бусинку, если вам нравится бисер. Мне очень нравится, как он сочетается с войлоком. То есть это могут быть разные варианты. Так, мысль пришить пуговички, а кружочки надевать на них. Будет два варианта. Ну, вообще, тогда у вас будет такой трансформер. Можно будет цветные кружочки менять местами их. И каждый день удивлять людей. Так, у тебя же вчера была другая куртка, ты сегодня в какой-то новой. Да, Ирина пишет, на берете можно сделать. Да, почему бы и нет, замечательно смотрится. Я все пропустила об энциклопедиях. Вы расскажете о них, пишет Александр. Обязательно, да. Мы посмотрим вот эту вот часть про переделки, и я перейду потом к презентации энциклопедии. И про первую часть расскажу, и про вторую обязательно. Я хотела перешить старую джинсовую куртку дочки и купила на рукава новую джинсу. Мама говорит, нельзя чинить старое новым. Какая-то поговорка есть. Я так расстроилась. А вот войлоком, наверное, лучше будет. Ну, я думаю, что войлоком вообще будет хорошо. Потому что войлок очень позитивный материал. И точно будет новая хорошая вещь. Людмила пишет, привет из Тосканы. Можно подобрать по переходным цветам и сделать аппликацию дерева с листьями. Да, кстати, я тоже обожаю эти мотивы. Дерево с листья и деревья. Вот здесь сейчас покажу. Тоже, может быть, вам какая-то идея в голову придет. Это образец из энциклопедии декора. Здесь тоже подобным образом сделан декор, но чуть-чуть более хитрым образом. Вот он, видите, такой вот объемный. Тоже обожаю все эти мотивы. Листья, деревья, природа — это самый мой главный источник вдохновения. И вот этот образец тоже из второй энциклопедии декора, но здесь листья, они не пришиты, точнее, они привалены таким немножко хитрым способом. То есть вот листья, деревья вполне. Кто-то захочет сделать какие-то геометрические формы, то есть это могут быть
например, какие-то небольшие квадраты, может быть, полосы. То есть разные формы можно сделать вот таким образом. Так, девочки, если я какой-то важный вопрос пропустила, не успеваю, потому что их много, пожалуйста, повторите. Очень и очень нужная тема. Я сваляла по размеру переда замшевой курточки пейзаж. Возможно ли без удаления переда курточки пришить этот сверху этот префелт? То есть не вырезая деталь, сверху пришить. Если войлок ваш довольно тонкий, то в принципе, да, можно пришить и сверху. Я считаю, что вполне. Можно использовать не один цвет кружочков. Да, конечно же, мне тоже нравится ваша мысль. То есть это может быть какой-то... да, вот на куртке, например, моей, мне кажется, хорошо бы смотрелся, например, еще белый. Да, смотрите, если добавить бежевый, плюс еще белый, еще какая-то будет игра. Делать такой декор в виде застежки на одежде. Поясните, пожалуйста, вашу идею. Интересно она звучит, но мне хочется представить, как она выглядит. Войлок из кожи хорошо смотрится, да, кстати. Но вообще, чем хорош еще войлок, вот что, почему я эти все идеи так активно использовала в декоре, потому что войлок, он по свойствам своим схож с кожей, тем, что у него не осыпаются края. То есть вы можете, если вы используете какой-то другой текстиль, то тогда его нужно как-то обметывать, как-то там края заделывать. А войлок прекрасен тем, что если он хорошо увален, то у него краешки уже никак не будут осыпаться. И поэтому можем его использовать вот прямо так. Разрезать и пришивать, либо приваливать. Вот, то есть уже ничего с его краями не станет. Да, вот здесь, например, тоже. Это чуть позже я вам покажу, забегаю вперед про энциклопедию декора, второй том. Здесь вот тоже сделан мех из войлока. Да? То есть тоже это все нарезалось, прикреплялось, но оно прекрасно тем, что оно никак уже эти края не растрепываются и не деформируются, да? Что они вот уже такими останутся. Починить под воротником на спине у джинсовой рубашки. Как можно починить подворотником на спине? Имеете в виду изнутри? Ну, можно нашить, наверное, полосу. Столько идей сразу появилось, где взять время, Елена. Я очень рада, что я сегодня вас простимулировала, но это еще не все. Еще сегодня будет много и информации, и предложений по стимуляции вашей творческой мысли. Тогда спать перестанете точно. У меня более яркое платье трикотажное с тюльпанами, и давно хочется их куда-то использовать. Ну вот. Как закрыть подпалины на трикотажном джемпере с геометрическим рисунком? Альфия, у нас в пятницу будет разговор именно про трикотаж. У меня есть там некоторые мысли, которыми мне хочется с вами поделиться. Приходите обязательно на эфир и в пятницу тоже. Запись будет, да, кто не успел посмотреть, обязательно завтра утром вам придет запись, вы сможете пересмотреть ее. Так, если вы... задумаете делать переделки вот в эти дни до второго эфира, до пятницы, да, и какие-то у вас возникнут вопросы, пожалуйста, напишите мне либо в соцсетях где-то, либо в мою службу заботы напишите, и мы тогда в пятницу на эфире еще и разберем вопрос вот об этих вот переделках. Да. Нина пишет, очень и очень нужная тема. Я сваляла по размеру переда замшевой. Ага, простите, я этот вопрос уже прочла. Повторяюсь. Так, можете ли сделать нам подарок и разместить в открытый доступ урок по другой переделке? Ольга, я недавно в своем канале в Телеграме опубликовала пост прямо со ссылкой на этот вебинар про переделку джинсовой куртки. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, найдите, пожалуйста, этот пост. Он был вот буквально пару недель назад. И, кстати, на сайте сейчас там есть кнопка подписаться на канал Телеграм. Обязательно присоединяйтесь к нему тоже. Там часто у меня будет вот... часто бывает интересная информация. Куда придет запись? Запись придет в бота, там, где вы получали ссылку на вебинар. Всем, кто зарегистрировался на вебинар, ой, на марафон, всем придет запись. Так, есть ли еще вопросы по переделке? И будем тогда двигаться дальше. Отлистаю сейчас наверх.
Так. Пишите, какие у вас идеи приходят в голову, что бы вы хотели переделать. Наталья пишет: Катя, у вас был колокольный звон. Да, у меня тут церковь недалеко, и она звонит колокол ровно и в половину каждого часа. Я шила пальто из ковриков и на нем сделала пуговичку из войлочного однослойного цветочка и петельку из остатков войлока. А, все, поняла, это про застежку. Пуговичка из цветочка войлочного и петелька из остатков войлока. Ну, кстати, тоже интересная идея. Да. При стирке вставки дополнительно не сядут. Любовь, вы задали очень хороший, правильный вопрос, о котором вот я хотела об этом поговорить. Хорошо, что вы мне напомнили. Так как в моей куртке я использовала войлок, то теперь эту куртку нужно стирать как войлок. То есть я не могу уже эту вещь запихнуть в машину как хлопковую куртку, да? То есть, конечно же, вещь с войлочным декором требует дальше деликатного с собой обращения. То есть войлок уже был мой хорошо увален до того, как я его вшила. То есть уже ему, конечно, стирка не страшна. Но я рекомендую такие вещи с войлочным декором потом стирать можно в машине, но именно на деликатном режиме. Лучше всего режим шерсть. И дальше, когда вы вещь достали из стиральной машины, просто вам нужно это все еще раз будет расправить, да, то есть все вот эти вот штучки, которые вы пришили, немножечко им придать форму. Можно то, что в Телеграм, дублировать ВКонтакте. Да, те же самые посты я чаще всего дублирую и в сообщество ВКонтакте. Присоединяйтесь к нему. Там также был пост про разные переделки, и там была ссылка на этот вебинар по джинсовой куртке. Так, Ирина пишет, купила желтую джинсовую куртку. Класс, желтая куртка. На спине была дикая картинка. Я сваляла заплатку и пришила на спинку. Отлично. Связала желтые кружева на манжеты и воротник. Ну все, у вас получилась супер индивидуальная вещь. Была свалена кофточка без рукавов, в технике, ну, на войлок. Приваляла кусочек шелка. Можно ли задекорировать войлоком дырку на балоньевой куртке? Мне кажется, вполне. Да? Просто вы сделаете не просто заплатку на эту дырку, а сделаете какую-то композицию, чтобы это было видно, что это как будто бы так было задумано. То есть, чтобы оно не выглядело заплаткой, а каким-то декором. То есть, это могут быть какие-то... Придумайте формы, которые нравятся вам. То есть, какие-то, может быть, листья, какие-то, не знаю, геометрические формы. То есть туда можно добавить также какую-нибудь, например, вышивку или какие-то пайетки, может быть, стразы вам нравятся. Тут уже на вкус и цвет. Вот, выбирайте то, что нравится вам. Ну, мне кажется, вполне можно и на балоневую куртку. Писала вопрос в чат-бота. Бот, к сожалению, наш не умеет говорить, поэтому он на вопросы отвечать не умеет. Он только умеет рассылать вам полезные ссылки. Поэтому, если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в службу заботы. Сейчас вот и кнопки есть написать службу заботы. Сейчас уже нет, но на сайте я вам дальше дам ссылку на сайт, и там будет ссылка на службу заботы. Если у вас какие-то вопросы возникают по оплате, по доступам к курсам, не пишите, пожалуйста, в бота, который вам рассылки присылает, а пишите именно в службу заботы, потому что бот у меня не мой. На спине джинсовки пришила сваленную разноцветную решетку и фрагменты решетки спереди. Здорово. Так, мне нужно, пишет Людмила, на ветровке тонкой, из тоненькой плащевки или из плотного шелка. Мне нужно обновить воротник и манжеты. Подскажите, как это сделать? Обновить манжеты. Ну, если вы не хотите использовать войлок, то можно какую-то найти подобную ткань и просто заменить детали. Да, но мы сегодня, мне хотелось до вас донести идеи, именно как можно использовать остатки от нашего творчества, то есть какие-то вот обрезки, какие-то неудачные изделия, как можно из них сделать какой-то декор и новую жизнь, потому что в этом главное как бы экономия, да, что мы не применяем новые ресурсы, не тратим деньги на новые материалы, а используем все вот эти вот остатки, все обрезки для того, чтобы
что-то появилось новое, либо чтобы появилась новая жизнь у вещи. Так, я тут обложилась образцами, которые хотела вам. Как называется Телеграм? Телеграм-канал называется «Валяем с Катериной Коршун», по-моему, так. Так, погреть в микроволновке. Что-то тут мы греем в микроволновке. Я что-то пропустила. Что в микроволновке греем? Так. Хорошо, девочки, давайте двигаться дальше. Если вы, повторюсь, если вы начнете какие-то переделки в эти дни делать, и у вас появятся вопросы ко мне, пожалуйста, напишите либо мне в соцсетях, либо в мою службу заботы. Я сегодня дам ссылки еще раз на службу заботы. И напишите, пожалуйста, мы их просто обсудим все на втором дне. Я специально для этого выделю время, чтобы мы могли еще эту тему обсудить. Светлана пишет, обязательно использую обрезки в декоре, а совсем малюсенькие пускаю на бусины. Тоже отлично, кстати, делать бусины из обрезков. У меня тоже много-много идей, как использовать обрезки войлока в декоре. Я сегодня принесла вам еще образцы, которые я делала для энциклопедии декора, для второго тома. Здесь вот тоже обрезки войлока. Эти образцы. Ну ладно, вернемся к ним чуть позже. Что важно, если, я, кажется, говорила об этом в видео, но хочу еще раз подчеркнуть. Если вы декорируете войлоком таким образом, как я показала, тонкую вещь, то лучше использовать тонкий войлок, чтобы эти две ткани, скажем так, войлок и ткань вашей вещи, чтобы они по толщине были подобны друг другу. Да? То есть не стоит на тонкий хлопковый жакет, например, пришивать какой-то вот толстенный войлок, потому что это будет, ну, плохо смотреться. Лучше, вот, чтобы они были приблизительно похожими по толщине. Да. Сваляла пальто окон для дочери по вашему мастер-классу. Теперь оно ей стало узковато. Посоветуйте что-нибудь. Может свалять такого же цвета префилд, только какой-то фактурный. А что если сделать вставки вот цветные, если вы делали цветы на пальто кокон, что если их сделать прямо вставки какие-то такие активные, декорированные, то есть сделать, например, свалять заготовку с декором, покрыть его вискозой, которую вы использовали в декоре пальто кокона, да, и вот сделать прям какие-то вставки туда. Да, чат в Телеграме называется «Школа современного войлока Катерины Коршун». Спасибо, Жанна, что вы подсказали. Я вот уже сама забыла, как называется моя группа. Где можно купить войлок? Войлок мы делаем сами. Да? Войлок мы сами валяем. Есть замшевое пальто. Каким образом можно увеличить размер? Ну вот такой вставкой можно увеличить и замшевое пальто, в принципе, тоже. Можно расширить берет. Вход для головы немного маловат. Ну, берет теоретически тоже можно разрезать и вставить туда какие-то вот клинышки, например, тоненькие, сделать их несколько. Тоже вполне можно. Так. Сваляла пальто, получилось очень плотное. Как на сапогах. В рукавах дискомфорт, очень толстые. Что можно сделать? Ну, толстый, немножко переваленный войлок. Сложно уже ему придать мягкость, но можно попробовать свалять полосы вот такой вот. То есть он вам неудобно, потому что они узкие, или вам неудобно, потому что войлок слишком жесткий, что у вас руки не сгибаются. Если получился узковатый и жестковатый рукав, что вам руки неудобно сводить, тогда можно ставить вставку. Но если войлок просто жесткий, то, к сожалению, тут уже сложновато помочь. Так. Куртка из кожзаменителя стала осыпаться на кокетке и воротнике. Тогда можно ее распороть просто и заменить детали войлочными. Тоже вполне. Так. Давайте двигаться дальше. У меня потому что есть для вас еще одно видео. А потом давайте еще, может, позже вернемся к вопросам по переделкам. Так. Скажите, пожалуйста, кто посмотрел уже мой подарок
За регистрацию я давала вам урок по войлочной осинель, я назвала так технику, потому что бывает шитая осинель, а бывает войлочная. Вот такой я образец вам на ваших глазах делала. Скажите, пожалуйста, посмотрели вы, понравился ли вам понравился ли вам этот урок, захотелось ли вам тоже что-то такое попробовать? Плюсики полетели. Угу. Великолепная техника, спасибо большое. Отличный урок по синели, посмотрела. Угу, отлично. Вот этот такую волочную синель тоже можно применять для переделок. То есть вы можете, например, такой вот объемный прямоугольник сделать, например, на спину куртки, да, либо вот напереди какую-то полосу нашить, либо сделать такие карманы. То есть тут просто масса вариантов может быть разных. И так, я сделала еще один вариант, который тоже хочу вам продемонстрировать. Надеюсь, что вам и он тоже понравится. Так, смотрится гораздо дороже, чем джинса. Ага, ну вот правда, мне кажется, что такой войлок, он облагораживает. То есть, ну, джинс это такое достаточно простой же материал, правда. Когда мы делаем к нему какой-то вот такой интересный объемный декор, то оно смотрится, ну, дорого, оно смотрится интересно. Посмотрел, отличная идея, классно, синель супер, угу, здорово. Я очень рада, что вам понравилась идея, у меня много идей, часть их я в энциклопедию декора уже включила. Как можно сделать из войлока, потому что очень нравится синель с джинсы. Вот я вам дала ответ, как можно сделать. Можно сумку, да, вот пишет, кто пишет, подождите, Лариса, да, пишет, что думала сделать сумку синель. Кстати, да, представьте, что вот сумочка, да, и можно вот на клапан прямо сделать вот такой вот, сейчас, как вам продемонстрировать. Ну, не очень хорошо я завернула, но представьте, мне кажется, что настрочить прям вот полоски и разрезать, да, по-моему, эффектно получается. Смотрела, очень понравился урок, здорово. Ну, в энциклопедии будет еще больше разных моих находок, скоро вам расскажу про нее. Так, знала до этого про джинсовую синель, пишет Ирина. Ну вот, мне пришла в голову мысль, как можно ее для нашего войлока адаптировать. Хочу вам показать еще один вариант синели, потому что я неугомонный экспериментатор, мне все время хочется что-то еще новое пробовать. И каждую мысль, вообще каждую идею можно развивать. Не до бесконечности, конечно, но, ну хотя, вообще-то и до бесконечности. Наша фантазия ничем не ограничена. Наволочка декоративная. Кстати, да, можно делать и интерьерный войлок с таким декором. Хочу сделать подушку на диван. Мне кажется, будет отлично смотреться. Давайте я вам покажу еще один вариант. Может быть, вам второй вариант понравится даже больше. Это будет коротенькое видео, буквально пару минут. Опять-таки, концентрированная польза. Скажите, пожалуйста, если кто-то сейчас в эфире, кто не посмотрел мой урок по синели, чтобы я немножечко вас ввела в курс, как это вообще делается. Потому что, ну, думаю, что большинство, скорее всего, посмотрели, получили подарок и сразу же заглянули в него. Хочу попробовать наволочку. Так, и подарок, и второй том. Ага, Елена уже второй том даже посмотрела. Здорово. Я не посмотрела. Ага, Юля еще не посмотрела. Не успела. Угу. Так. Не успела посмотреть. Ну, посмотрите позже. Давайте я вам сейчас быстро расскажу. Суть этой техники, так, куда я ее уже брала, в том, что я настрочила на хлопковую основу. Вообще, можно настрачивать и войлок на войлок. То есть я взяла войлочный прямоугольник, расчертила его под 45 градусов и настрочила его на основу. Можно на одежду, можно на подушку, можно на сумку, в общем, на что-то, на какую-то плотную основу. Под 45 градусов расчертила, настрочила с рапортом 1,5 сантиметра. И дальше я его разрезала посередине, каждую между строчками сделала разрез. И получился вот такой вот эффект. Я сделала, девочки, по 45 градусов, потому что мне показалось, что так будет интересно. Но на самом деле можно делать по прямой, можно сделать по горизонтали. Можно вообще, если вы владеете
техникой свободной вышивки можно вообще как-то по спирали настрочить этот кусок, да, и потом разрезать его по спирали. То есть здесь может быть тоже множество вариантов. Так, не пришел подарок почему-то. Вы, если регистрировались по ссылке, которую я везде посылала, то должен был прийти подарок. Вы должны нажать там на кнопку «Получить подарок», и тогда откроется вам видео. Запись марафона будет, да. Не переживайте, завтра мы пришлем ее вам. Угу. Урок, Елена, мы присылали вам в бот. Вам присылал, когда вы регистрировались на марафон, вам пришло сообщение приветственное, что вы на марафон зарегистрировались, и дальше кнопка «Получить подарок». Если вы регистрировались ВКонтакте, то это нужно смотреть в сообщениях, которые приходят от моего сообщества ВКонтакте. Если вы регистрировались в Телеграме, то их присылает мой бот, бот Катерины Коршун. Синель можно сделать с блокираторами, войлоком на войлоке. Блокираторами тоже, да, можно. Чтобы, ну, просто что блокираторы потом нужно как-то, да, доставать или... Угу. Ну вот мне нравится, что ваши творческие мысли уже там закрутились в голове. Давайте посмотрим второй вариант. Как можно еще сделать синель, как можно эту мысль развить. Запускаю. Так, второе видео. Второй образец в этой технике я хочу сделать двуслойным. Я взяла два кусочка войлока, он довольно тонкий. Они подходят друг другу по цвету и хорошо сочетаются с цветом фона. Верхний слой у меня будет фиолетовый, а нижний бирюзовый. Прямоугольники из войлока я выкроила одинакового размера. И теперь тот прямоугольник, который будет сверху, разлинею под 45 градусов. Но здесь сделаю линии каждые 2 сантиметра. Теперь прямоугольники накладываю на основу, сверху кладу тот, который разлинеенный, и оба прикалываю их к ткани. Булавки здесь вкалываю перпендикулярно моим будущим швам, чтобы не сломать иглу. Готово. И теперь настрачиваю мои образцы на основу по намеренным линиям. В начале каждой строчки ставлю закрепку обратным ходом. Дальше по прямой. Я выбрала нитки в цвет. В конце строчки также ставлю закрепку. Разворачиваюсь и перехожу к следующей строчке. Закрепка. И по прямой. И так прокладываю строчки по каждой линии. Готово. Теперь можно мой декор разрезать. Можно разрезать оба слоя также посередине, как я это делала в первом образце. Но я хочу здесь попробовать сделать иначе. Я разрежу сначала верхний слой. И разрезаю его не по центру, а немножко левее. И отрезаю теперь еще серединку. Так получается, что у меня с одного и с другого края осталось где-то по 7 миллиметров. И дальше разрезаю посередине мой нижний образец. Теперь краешек бирюзового войлока выглядывает у меня из-под фиолетового. Здесь можно поискать разные варианты. Например, отрезать еще больше от верхнего слоя. Либо можно нижний слой вообще не разрезать, а оставить его вот такой вот цветной подложкой. По-моему, так тоже красиво. Так, одну за другой разрезаю полосы верхнего слоя и также нижнего. Ну, вот здесь оставила неразрезанный нижний слой в одной полосочке. Все, можно образец отправлять в стиральную машину, и потом посмотрим вместе, что получилось. Посмотрели урок мой по войлочной синели. Скажите, пожалуйста, понравился ли он вам? А я вам пока покажу, что в итоге получилось, а то я урок показала, а результат нет. Смотрите, вот такая получилась двуцветная синель у меня. Надеюсь, хорошо вам видно. Войлок с вискозой, кстати, смотрится очень эффектно в таких техниках. По-моему, тоже очень красиво. Представьте, такую сделать подушку, да, целую. Она еще приятная очень на ощупь. Вот. Те, кто не смотрел еще урок,
можете его пересмотреть. Когда вы регистрировались на марафон, вам пришло сообщение. И там есть кнопка в конце этого сообщения, самого первого, получить подарок. Ну, в общем-то, в этом видео, которое сейчас вам показала, принцип техники Синель, я думаю, понятен. Только можно настрачивать этот войлок в один слой. Можно делать это в два слоя, можно даже и в три. Представляете, как будет красиво, если сделать какую-то, например, цветную подложку и сделать еще два войлока, два слоя цветного войлока. Да, вообще здесь множество может быть разных вариантов. Очень понравилось, здорово. Я рада, что вы оценили. Вообще каждую идею, каждую технику можно развивать дальше. Мне вот здесь очень понравилось сообщение, комментарий, который прислала Людмила. Еще идей полно сразу в технике Синели. Шитые береты, юбки, жилеты, войлок и по спирали можно разрезать, и панно декоративное, и плед. Огромное спасибо за идею. Вот, карманы тоже можно, очень понравилось. Полет фантазии. Оказывается, это продолжение. Да, это продолжение урока по Синели. Подписалась в Телеграм. Угу. Точно буду в курсе всех творческих событий. Отлично, да. Не пропустите теперь ничего важного. Инвертированная аппликация, кстати, тоже. Вот, верхний слой можно сделать из ткани. Почему бы и нет, да, если ткань по косой разрезать, то тоже будет очень эффектно. Где зарегистрироваться, чтобы получить подарок? Ну, наверное, уже нигде. Нужно было до того. Хотя в моих соцсетях есть ссылка на регистрацию. Так, да, можно в моих соцсетях, Катерина Коршун, найдите меня либо во ВКонтакте, либо в Инстаграме, и там есть ссылки на регистрацию. Зарегистрируйтесь, получите подарок. Да. Можно сделать один из слоев из шифона, будет классная бахрома. И ваш вариант класс. Да, кстати, из шифона тоже будет здорово. Нужен подарок. Вот и ценный урок, и идея для подарка. Подушка. Мне кажется, что вот на какой-то однотонный диван положить вот такую вот яркую подушечку, прямо совсем другое настроение. А еще на ней приятно и щекой полежать тоже. Можно как раз сочетать этот декор с той джинсовой курточкой. Вот, девочки, обожаю, когда у вас в голове начинает вот это вот все крутиться. Значит, я хорошо сделала свою работу. Потому что я стараюсь вам давать идеи, которые не просто какие-то рецепты, вот по которым вы будете готовить каждый день одно и то же. Это все время рецепты, которые можно дальше развивать. Это стимул такой, как волшебный пинок, простите, вашей фантазии, чтобы она дальше вот развивалась, чтобы вы могли по-своему. То есть я не просто вот дала раз, два, три. Кому нужны такие рецепты, то я даю и раз, два, три. Но мне кажется, что для творческих людей самое ценное – это получить вот этот вот старт. То есть ты что-то увидел, ты что-то подсмотрел, ты понял, как это делается, а дальше ты идешь и развиваешь эту идею, и получаются вообще невероятные вещи. То есть вы, отталкиваясь от моего рецепта, можете дальше стартовать и как-то совершенно по-своему эту идею трансформировать. Да, если сделать в технике Синель, например, жилет полностью, то будет ли жестковат или нет? Я считаю, что нет, потому что здесь войлок разрезан, да, и из-за этого сохраняется пластика вот этого нижнего слоя. То есть он не становится дубовым, а он, смотрите, какой очень даже гнущийся и пластичный. Поэтому я считаю, что можно вполне сделать такую целую вещь. Я сегодня вам, кстати, еще расскажу про мастер-класс, как можно делать целую вещь из остатков войлока. Возможно, вам захочется тоже и таким образом сделать, как я. Так, как я предложу. Ну, самое главное, это ваша фантазия, что вы берете идею и дальше ее развиваете. Потому что хочу сейчас вам рассказать про второй том энциклопедии декора, потому что это как раз-таки такой сборник идей по применению самых разных остатков материалов. С помощью этого курса вы можете превратить отходы, вот эти вот все отходы, про которые я рассказывала в начале этого эфира, вы можете просто дать вещам новую жизнь, старые вещи превратить в новые. В этом курсе, сейчас расскажу вам, что вас ждет. Там собраны мои новые идеи по утилизации разных остатков.
всех материалов. Это и остатки пряжи, и остатки тканей, самые-самые разные остатки. Как это все можно превратить в очень интересный декор. Вот здесь вы видите, кстати, на фотографии мех войлочный. Вот это вообще прям моя самая любимая находка. Смотрите, какой он классный получается. Его делать несложно, но там есть некоторые такие моментики, которые важно учесть, чтобы он получился вот такой вот эффектный. В этом курсе около 20 техник декора. Почему я не пишу точное число? Потому что этот курс, он еще продолжает наполняться. То есть сейчас на платформе, на моем сайте уже я залила большую часть уроков, но я еще в течение апреля буду их дополнять, потому что идей получилось больше, чем я планировала. Поэтому их будет около 20, но пока я еще точную цифру вам не скажу. И в каждом уроке множество очень важных нюансов, потому что некоторые техники по применению обрезков войлока, по применению остатков различных, вот, например, такие, они могут кому-то показаться, ну, простыми и очевидными, да, что-то подобное, вот, может быть, кто-то уже делал. Но в моих уроках очень много всяких таких моих лайфхаков, которые сделают вот эти вот поверхности еще более выразительными. То есть я рассказываю и как их сделать, как их разложить и как их увалять для того, чтобы получилась вот такая вот эффектная, очень объемная поверхность. То есть там много советов, как лучше сделать такой декор, сэкономить время. Какие-то мои такие вот фирменные секретики, без которых просто декор ваш не получится таким выразительным. А если вы будете действовать по моим рецептам, то все у вас получится очень здорово. Расскажу вам сейчас про содержание, что же там будет, что же там уже есть во втором томе. Там есть декор из готового войлока, то есть если у вас остались какие-то неудавшиеся образцы, да, какие-то обрезки, может быть, какое-то изделие лежит, которое тоже у вас не получилось, оно грустит, то это все тоже можно пустить в дело и сделать из него интересный декор, то есть который может применяться и для интерьерного войлока, может применяться для одежды, может применяться для аксессуаров, что-то может даже на обуви. Я в каждом рецепте обязательно даю примеры, где это можно применять, то есть для какой техники, для каких изделий подойдет тот или иной рецепт. Во второй главе я рассказываю про применение остатков пряжи. Вот кто вяжет, сегодня мне, кстати, в чате вы писали, что есть и остатки пряжи тоже. Вот это тоже все этим клубочком тоже можно найти применение. И сэкономить на материалах таким образом, то есть все их пустить в ход. Можно вот такая техника, я назвала ее ленивая вышивка. Или вот такие рисунки из пряжи можно делать. Сейчас покажу вам еще одна моя придумка тоже, которой я очень горжусь. Вот такая, смотрите, вот такой вот мех. Тоже это все делается из пряжи. Тоже здесь не нужно много пряжи для нее. То есть это могут быть какие-то остатки, клубочки. Я сейчас сделала этот мех однотонный, но можно делать его и цветным. Я тоже об этом расскажу. Как вам такой мех? Скажите, пожалуйста. Все притихли, смотрят. Так, в третьей главе я рассказываю про утилизацию остатков разноцветной шерсти и декоративных волокон. Знаете, когда остаются какие-то вот хвостики цветные, когда уже целое изделие, например, невозможно сделать. Нет, не хватает одного цвета шерсти для того, чтобы целое изделие выложить. Но есть какие-то цветные хвостики. То отдельная глава будет посвящена во втором томе также и этому. Декор из обрезков тканей. Да, как можно ткани разные в составе, то есть здесь и хлопок, и шелк, и какие-то более сложные синтетические ткани, как это все можно использовать для декора. И в главе 5 идеи рециклинга одежды, то есть новой жизни вещей. Сегодня какие-то вам я идеи уже дала, вижу, что они вам нравятся, что тема вас тоже зажигает. В энциклопедии декора будет больше. Как интересно, все красиво, белый мех красиво очень.
Вот, мне очень приятно, потому что я прям, я обязательно себе что-нибудь сваляю такое, представляете, например, сделать джемпер вот с таким мехом, да, смотрите, красиво будет, а может быть какие-то манжеты или может быть воротник сделать на джемпере или на жакете. А, кстати, можно его использовать, такой мех, и для переделок, то есть, например, сделать меховые карманы и пришить их на джинсовую куртку тоже, или на жакет. Белая пряжа – это шерсть или хлопок? Это синтетическая пряжа, но в курсе будет и как сделать такой мех из синтетической пряжи, и как сделать его из хлопковой или из шерстяной пряжи. То есть немножечко тут нюансы есть в технологии, но можно вообще разную. Так, я бы короткую шубку сделала. Ну, кстати, да, техника несложная, делается довольно быстро, поэтому, в принципе, можно и целую шубу задумать. Юбочку можно. Да, можно, если вы смелая, можно такую целую пушистую юбку. Но представьте, например, прямая юбка или какая-то немножечко расклешенная, и у нее меховая такая вот опушка внизу. Мне кажется, будет красиво. Так. В общем, разные идеи для рециклинга, разные идеи для применения остатков, которые можно использовать и для декора интерьера, и для одежды. Вот в каждом уроке я рассказываю, это можно для того-то, это, то есть и те, кто валяет обувь, и те, кто валяет сумки, и те, кто валяет одежду, они в энциклопедии найдут для себя разные идеи, как это все можно применять. Этот курс подойдет вам, если у вас скопились неудавшиеся валенные изделия, потому что у всех бывают неудачи. Я вот сегодня рассказывала вам, что у меня тоже бывают. И чтобы вот эти вот такие не совсем получившиеся вещи не лежали без дела, или вот образцы какие-то. Я валяю образцы, например, какой-то хорошо получился, какой-то не очень, да, мне уже не нужен. Но это уже затраченные как бы деньги, затраченные материалы. И это все можно снова пускать в ход. То есть, чтобы вы не тратили деньги на новые материалы. Знаете, мы все любим сэкономить, я в том числе. Вот это все можно применять и получать, сделать новые вещи. Если у вас есть остатки пряжи, какие-то хвостики шерсти цветной, если это все пылится и занимает место, то этот курс для вас. Но также, если вы пока испытываете сложности с декором, если изделие, вот вы что-то задумали, но не всегда получается так, как хотелось, если это пока вот вас расстраивает, то этот курс точно для вас, потому что у вас будут рецепты, я буду вас вести за руку в мир декора, и у вас будет получаться хорошо, потому что вы получите много рецептов декора из остатков материалов. Каждый урок — это такая подробная видеоинструкция, где вы просто по шагам вместе со мной вот сможете делать такой декор. И тогда вы перестанете просто бояться создавать разные рисунки, получите такую свободу в творчестве, будете делать разные фактуры и применять вот в разных сочетаниях, в том числе остатки материалов. Ну и, конечно же, это экономия. То есть вы не вкладываете деньги в новое, вы используете то, что уже у вас есть. Да, это всегда вот копеечка, будем ее беречь. Ну и что важно, гардероб от каких-то старых ненужных вещей тоже освободите, можете дать этим вещам новую жизнь. И что, наверное, самое важное для творческих людей, это заряд вдохновения, потому что вот если я вас сегодня зарядила даже парой уроков, представьте, что около 20 уроков в этой энциклопедии во втором томе, что это целый такой мощный будет заряд, если вы загрустили и не знаете, что бы такого свалять. Я уверена, что после просмотра энциклопедии, после второго тома, у вас зачешутся ручки, вот этот вот творческий зуд появится. Также сможете комбинировать эти техники, сочинять какие-то собственные фактуры, вот, и, как я говорила, то есть развивать эти идеи дальше, чтобы как-то их вот трансформировать и по-своему делать, и декорировать свои валенные изделия, получать комплименты и восторженные отзывы. Когда будет продажа второго тома, жду с нетерпением. Вот дайте мне про нее рассказать, и откроем продажи, хорошо? Я хочу просто рассказать вам подробно, чтобы вы поняли и делали покупку осознанно, чтобы вы убедились, что это то, что вам нужно, хорошо? Уже
я втихаря открыла предпродажи для тех, кто приобрел первый том энциклопедии, поэтому кое-кто уже этот посмотрел второй том, и уже есть отзывы. Вот Татьяна написала: «Благодарю, Катюша, посмотрела, успела погрузиться во второй том энциклопедии. Очень интересно. Ваша кропотливая работа над этой книгой секретов доставляет несказанное удовольствие от просмотра и наполняет новыми идеями». Татьяна, спасибо большое за этот отзыв. Я знаю, что вы посмотрите эфир. Большое спасибо за эти слова. И мне особенно важно, что это вас новыми идеями наполняет. Значит, я хорошо сделала свою работу. Ирина писала, Леонова тоже, что второй том очень вовремя, и я уже использую некоторые элементы, получается очень красиво. Вот. Люблю таких людей, которые посмотрели, сразу применили. Прям здорово. Так, и еще кроме энциклопедии декора, я приготовила для вас еще один пока секретный курс. Называю его секретным, потому что я пока в соцсетях нигде о нем не писала. Это курс, который придумался следом за вторым томом энциклопедии декора. Я решила его вынести отдельно, потому что это курс по целой вещи. То есть я в энциклопедии декора даю техники, то есть мы делаем образцы, и я рецепты объясняю на образцах, а дальше вы их можете применять на изделиях. Но я хотела сделать и целый курс по готовой вещи, по целому изделию, где можно применять обрезки войлока. Итак, готова я вам открыть секрет? Готовы ли вы его узнать? Я сделала мастер-класс по жилету «Мозаика». Это жилет для него и для нее. То есть по этому мастер-классу можно делать войлочный жилет, точнее жилет с войлоком и для мужчин, и для женщин. Я предлагаю вам буквально за 2 дня сделать очень стильную вещь и очень практичную вещь из обрезков войлока. То есть все, что вот у вас накопилось, какие-то образцы, какие-то неудавшиеся изделия, все это можно пустить в дело и сделать классную вещь. Вот Нелли пишет, что уже купила. Угу. А первый том доступен к продаже? Первый и второй том. Да, сегодня я сделаю вам предложение, и набор с первым томом тоже его можно будет купить по очень привлекательной цене. Техника мозаики, она достаточно простая и не очень трудоемкая. И там не нужно какие-то специальные знания, не нужно больших навыков в шитье, потому что там все очень просто. Я сделала несколько вариантов. В мастер-классе вас будет ждать знание по тому, как объединить разные кусочки войлока по цвету. То есть если у вас есть какие-то куски совершенно, которые друг к другу не подходят, я покажу их, как можно их собрать, как можно их объединить, чтобы они в изделии смотрелись гармонично. Также покажу вам 2 способа фиксации мозаики. Я одним из способов очень горжусь. Вот кто посмотрел уже этот мастер-класс, я думаю, надеюсь, что вы его оценили, потому что я прям очень рада была, когда это придумала. Жилеты хорошо смотрятся и отлично сидят на фигуре. Ой, я совсем забыла, что жилет у меня здесь под рукой. Я готова вам его даже показать, потому что на фотографии вы видели, а как он смотрится вживую, вы еще его не видели. Так, смотрите. Разве шаблон спинки не отличается мужской от женской? Для жилета нет. Я Там в мастер-классе есть и женский жилет, шаблон для женского жилета, точнее не шаблон, а выкройка, и для мужского жилета. Вот. Так что можно и тот, и другой сделать. Катя, я давно купила первый том, почему же у меня нет до сих пор второго? Людмила, это большое упущение, конечно же. Ну, я всем, кто купил первый том, присылала предложение приобрести второй. Где-то письмо вы пропустили. Смотрите, так, вот такой получился у меня жилет, это мужской жилет, мне кажется, похож он даже получился как-то на джинсовый, но смотрится очень круто. Видно вам?
Катя, в этих жилетах войлок сшивается между собой или нашивается на какую-то основу? Он нашивается на основу, но основа может быть разная. Я про это подробно рассказываю в курсе. Жилет на подкладке. Давайте я к вам вообще вот прямо выйду из презентации и покажу его вот так. Смотрите, мне кажется, так будет даже лучше. Так. Мне не приходило письмо с предложением. Ольга, ну сегодня будут отличные цены для всех. То есть вы сможете приобрести второй том по очень привлекательной цене. Вот, у этого жилета есть подкладка и декор из кусочков войлока. Вот, такой жилет может быть мужской. Я сделала мужской и сделала еще жилет для себя. Смотрите, какой. Как стеганые, сейчас такие жилеты модные. Да, и вещь, она и смотрится круто, она смотрится очень модно. И плюс вещь еще получается очень практичная. То есть в таком жилете вы можете пойти и в город погулять, и на природе. То есть если вот сейчас такое еще у нас межсезонье, погода такая еще непонятная, то такой жилет можно надеть, например, на какой-то джемпер, либо под куртку, даже если вам хочется утеплиться. Он очень комфортный, он очень будет вас греть. Вот сейчас вот особенно майская погода такая вот во многих странах еще такая неустойчивая. Вот смотрите, здесь сделана вот такая вот мозаика из обрезков войлока. Так, как вам нравится? Я, можно сделать из мозаики полностью и спинку, и перед. Но если вам хочется немножечко сделать быстрее, или у вас нет столько обрезков войлока, то можно сделать спинку из ткани, вот как сделала я. Я показываю, как обработать подкладку, как сделать красиво молнию, и даже как сделать вот такие вот практичные карманы в шве. Шить нужно будет, то есть вам понадобится швейная машина для этого, но машина самая простая, достаточно, которая вот прямые строчки делает, все, как бы больше ничего. И вам нужно тоже умение делать строчки, то есть остальному всему я научу. В Кисловодске сегодня 30, ну, у нас тоже сегодня жарко, но вот сейчас идет гроза, и ночью мне прям, ну, вечером хочется что-то такое тепленькое пододеть. Стильный жилет, я рада, что вам понравилось, я... Тоже, на самом деле, вот расскажу вам искренне, как была история этого жилета. Я хотела сделать просто какую-то вот простую вещь из кусочков войлока. Ну, то есть, чтобы на дачу, например, надеть. Просто какое-то применение найти этим кусочком. Но в итоге вещь получилась такая классная. И что я прям, честно, я сама удивилась. Я не ожидала такого эффекта. Вот, и поэтому... Я для знакомого парня делала вот этот вот жилет, на фотографиях вы его видите, он прям был в восторге, сказал, все, хочу его. Карманы есть? Да, у этого жилета есть карманы в швах, вот такие вот, очень практичные. Сейчас давайте я его на себя надену. Очень красивые, стильные жилеты. У нас еще холодно, пишет Светлана, и очень нужен жилет. Мне кажется, очень получилась практичная вещь. Я его делала такого прямого силуэта. Так, сейчас я вот так сделаю, чтобы меня лучше видели. Он прямого силуэта, но если вам захочется помодничать и подчеркнуть талию, то вы вполне можете, например, какой-то кожаный ремень сюда сделать, да, и уже вот у него другой силуэт. Можно даже молнию не застегивать, вот так его запахнуть. И сделать ремень, подчеркнуть талию. Да? То есть можно его под куртку, можно на джемпер, на блузу. То есть у него он смотрится очень круто. И не нужно никаких сложных материалов для него. То есть вот для такого жилета нужен простой... Ну, я предлагаю делать его на хлопке. То есть это хлопковая подкладка, тонкий, ну, типа батиста. Либо можно вообще даже и рубашки использовать, или какую-то, не знаю, простынку, если прямо уже хочется совсем сэкономить. Вот, и кусочки войлока, и молния, и швейная машина. Так, на какие размеры курс? Давайте я вернусь к вам. Вот так вот. Да, расскажу, как шить молнию, как сделать карманы в швах. Вот, вещь очень практичная для демисезонья.
К курсу приложены выкройки для мужского и для женского жилета от 40-го, тут ошибка, правда, от 44-го до 64-го размера. То есть и большие размеры там тоже есть. Да, то есть можно делать разные. Но если вам нужен жилет меньше, чем 44-й размер, российский, я говорю сейчас про российские размеры, то я в видео показала также, как можно уменьшить еще выкройку. Она тоже, выкройка вообще очень простая, и без проблем вы ее уменьшите, либо даже увеличите, если вам нужно больше, чем 64-й. Общая продолжительность видео 1 час 40 минут, но, как всегда, все разбито на кусочки, чтобы вам было удобно смотреть. Вот, Ольга уже посмотрела мастер-класс, пишет: спасибо за мастер-класс. Интересная идея, простое исполнение и огромный простор для фантазии. Мне очень нравится сочетание валяния и шитья. Как всегда, информативно, понятно. Интересен прием подбора и корректировки выкройки под себя. Непременно буду делать такой жилет. Ольга, если вы смотрите эфир, обязательно потом пришлите мне фотографии вашего жилета. Выкройки под распечатку или по размерам? Выкройки под распечатку, то есть там уже готовые контуры. Вам достаточно просто на принтер послать, потом склеить эти листики. Очень удобно. Катя, к такому жилету не хватает такой же юбки. Ну, кстати, да, можно сделать и юбку. То есть вы поймете принцип, а дальше вы вещи можете делать разные. То есть брать швейные выкройки какие-то базовые, например, юбки, трапесы, и сделать мозаику на юбке. Почему бы и нет? Катя, на полочке войлок, а какая ткань на спинке? Да, полочку я сделала из кусочков войлока. А на спинку я взяла пальтовую ткань. Ну, как вариант, да, то есть, чтобы быстрее получилось, я взяла такой тонкий шерстяной драп, который по цвету подходил. Вот. Но кроме кусочков войлока, если у вас нет, например, столько остатков войлока, то можно сюда использовать и шерстяные ткани. Например, если вы шьете, то можно обрезки драпа использовать. Можно использовать даже, если у вас есть тонкие свитера шерстяные, которые, там, не знаю, моль поела, например, то их можно увалять в стиральной машине, чтобы получился тонкий войлок, чтобы он дальше не растрепывался. И также можно его использовать для валяния, для шитья такой мозаики. Если с принтером сложно, можно самим начертить. Я не давала в курсе, если честно, размеров, там, по которым можно чертить. То есть принципов построения в курсе нет. Попросите кого-нибудь у знакомых, может быть, у кого-то есть принтер. У нас бывают на почте принтеры, где-то в торговых центрах бывают, в офисах разных. Может быть, кто-то из знакомых или друзей сможет вам распечатать. Там немного, там, кажется, то ли 17 листиков. Вот. Ну, лучше с принтером, тогда у вас будет уже готовая выкройка. Все, вы ее только вырежете и вперед. Так, ну что, я раньше еще получала отзывы про мой приятный, успокаивающий голос. Это тоже бонусом ко всем моим курсам. Как всегда, в курсах нет воды. Как всегда, там только концентрированная польза, только вся информация по делу. Ну что, я думаю, вы хотите узнать, сколько же стоят эти курсы. Сейчас я вот так вот сделаем мы. Присоединяюсь к восторгам. Какая красивая, практичная вещь. Руки чешутся. Ну, здорово. Кусочки войлока настрачиваются, да. Но там два способа. Я показала два разных способа монтажа, скажем так, крепления этих кусочков. Для мелких и для крупных. Вот для мелких интересный я способ придумала. Думаю, что вы его оцените. Вот такие цены, девочки, будут на мастер-классы после 26 апреля. Сейчас я вам их назову, если кто-то, ну, может быть, на маленьком экране. Я предлагаю вам приобрести набор, второй том энциклопедии декора плюс жилет-мозаика. В наборе курсы получаются дешевле, то есть это выгодно. После 26 апреля набор будет стоить 4590 рублей. Если вы хотите приобрести только второй том, с 26 апреля он будет стоить 3590 рублей.
А мастер-класс «Жилет-мозаика» будет стоить 2000 рублей. То есть это цены, за которые будет продаваться курс после 26 апреля. Послушайте меня сейчас внимательно. Про первый том тоже расскажу. С 20 апреля цена будет за набор 4190. За второй том 3190. И мастер-класс «Жилет-мозаика» будет стоить 1790 рублей. Ну, как вы знаете, всегда для марафонов и для таких наших встреч я делаю самые вкусные, самые привлекательные цены. Поэтому кто уже готов, кто уже понял, что ему нужен этот курс, что это именно то, что вам нужно, я предлагаю вам купить их, приобрести по самым привлекательным ценам. Смотрите, сейчас до 19 апреля включительно, то есть сегодня, завтра и послезавтра, то есть всю пятницу включительно, второй том плюс мастер-класс «Жилет-мозаика» можно приобрести за 3990 рублей. То есть это набор, в наборе покупать выгоднее всего. Если вам нужен только второй том, то до 19 апреля включительно его можно приобрести за 2990 рублей. 2990. Очень нужен, Елена пишет, да, отлично. Если вы хотите только «Жилет-мозаика», то его можно приобрести за 1590 рублей сейчас. То есть сегодня, завтра и послезавтра, до пятницы включительно, будут вот эти вот самые привлекательные цены. В евро цены вот такие сейчас. 49 евро за второй том плюс «Жилет-мозаика». Если вы хотите только второй том, он стоит 37 евро. И мастер-класс «Жилет-мозаика» стоит 20 евро. Про оплату, Марина, сейчас я вам все расскажу. Вот такие цены. Если вы хотите приобрести набор, если так получилось, что у вас до сих пор нет первого тома энциклопедии декора, мне кажется, он есть уже у всех валяющихся, это просто такая настольная книга, то его сегодня тоже можно приобрести по очень такой выгодной цене. Можно приобрести первый том плюс второй том плюс «Жилет-мозаика» за 8490 рублей. То есть одна только энциклопедия декора первый том стоит 5990. Я вам сейчас предлагаю приобрести первый плюс второй том всего за 8490 рублей. Мастер-классы остаются навсегда, то есть доступ к мастер-классам не ограниченный по времени. И плюс также с 1 мая будет возможность эти мастер-классы скачать себе на компьютер. Я обычно не рекомендую этого делать, потому что мастер-классы большие, они объемные, то есть видео там качественное и уроков там много. Но если вам захочется, вы можете скачать. Но вообще всегда онлайн в вашем личном кабинете это видео доступно. Давайте я кратенько расскажу вам про энциклопедию декора первый том. Вдруг здесь есть люди, которые пока его не приобрели и хотели бы. То есть энциклопедия декора первый том – это обзор всех декоративных материалов, существующих сейчас на рынке. И их особенностей. Там есть базовые способы раскладки шерсти и разных волокон, есть техники увалки, то есть от того, как вы валяете, также зависит результат, поэтому я подробно рассказываю об этом. И в первом томе энциклопедии декора более 60 уроков о разном декоре, 30 рецептов декора, плюс там есть текстовый файл, который можно распечатать, чтобы у вас была такая вот книга рецептов. Так, ну что, я готова открыть продажи, поэтому сейчас вернусь к вам. И должна у нас появиться кнопка, по которой вы можете перейти и сделать свои покупки. Так, я пока посмотрю ваши комментарии. Так. Личный кабинет – это очень удобно и не надо скачивать. Светлана, да, я рада, что вы оценили, потому что
Вы с любого устройства можете зайти туда, с компьютера, вы можете зайти туда с телефона, с планшета. Вам не нужно скачивать ничего. Вы просто, когда есть интернет у вас, вы всегда в любой момент можете посмотреть. Вот, вернуться, пролистать к любому уроку. Вот. Если вы хотите купить только первый том, давайте я вернусь к вам вот так. Вопрос есть про первый том. Первый том сейчас стоит 5990. Вот если хотите только первый, 5990, но сейчас я даже ссылку не даю на него. Вот, в наборе гораздо дешевле. Первый и второй том без жилета, к сожалению, такого предложения нет, но он практически, жилет вам получается в подарок, да, то есть его цена там не влияет практически на общую цену. Так, у вас должна появиться кнопочка, по которой вы можете перейти. Я вам расскажу про оплату сейчас, давайте, потому что там есть две опции. Если вы живете в Российской Федерации, то для вас есть оплата банковской картой. Так, давайте я к вам вот так перейду. Вы можете платить в рублях вообще картами всех стран, но если вы живете в России, то выбирайте кнопку «Оплатить в рублях». Там вы можете оплатить через Сбербанк, там вы можете оплатить через Тинькофф, либо картой, через просто на сайте, введя номер своей карты. Также, что еще мне важно вам сказать, что у нас есть возможность оформить банковскую рассрочку. Если сегодня вы приобретаете какой-то курс, который дороже, чем 3500 рублей, то можно оформить рассрочку. Когда вы перейдете, оформите заказ, там будет возможность эту рассрочку выбрать. Вы сразу не вносите никаких денег, первый платеж только через месяц, и вы к этой рассрочке нет никаких процентов. То есть вы просто по частям платите ту же самую сумму, какая была заявлена на сайте. Вот. Я думаю, что это удобно. Этот, особенно если вы покупаете набор энциклопедия, первый том, второй том и жилет-мозаика, вот эти 8490 рублей, очень удобно разделить на несколько платежей. Эта опция доступна только для жителей России. К сожалению, пока рассрочки только для вас. Также вот в чате появились ссылочки, я вижу. Угу. Так. Если кто-то внес предоплату за первый том, пожалуйста, напишите в службу заботы, мы выясним, какая сейчас для вас доплата. Хорошо, сейчас у меня нет этих цифр перед глазами. Так, идем дальше. Если вы живете в Европе, в Америке, либо в других странах, кроме Евросоюза бывшего, то для вас доступна оплата в евро через PayPal и через систему Stripe, где вы можете оплатить картой. Для вас тогда, пожалуйста, выбирайте под видео кнопку «Оплатить в евро» и оформляйте заказ именно на этом сайте. То есть в евро, кнопка «Оплатить в евро». Это два разных сайта. Хорошо, пожалуйста, не запутайтесь. Завтра можно оплатить? Да, можно оплатить завтра. Если вы оформляете заказ сегодня, либо завтра, то ваш заказ действует еще в течение 3 дней. То есть вы можете оплатить чуть позже. Так. Преимущество всех моих курсов – это, как всегда, очень подробные видео, где нет при этом воды. То есть я даю всегда такую концентрированную пользу. Доступ к курсам навсегда. То есть в любой момент вы можете зайти в свой личный кабинет и посмотреть эти уроки. Если вам захочется их скачать на компьютер, сохранить куда-то на жесткий диск, вы также сможете это сделать, но чуть позже, с 1 мая, будет возможность скачать курсы. Что касается жилета мозаики, он уже доступен, этот курс, сейчас в ваших личных кабинетах. Энциклопедия декора второй том. Пока там не все уроки, потому что я продолжаю еще в течение апреля дополнять материал, но вы уже можете начинать смотреть и уже начинать даже применять. Поэтому рекомендую.
По какому номеру оплатить в рублях? Мы не принимаем оплату на номера телефонов, но вы, когда оформляете заказ через сайт, там вам придет ссылка, вы можете просто перейти по ней, ввести свой номер карты, и это очень просто. Если я уже купила второй том, сколько надо доплатить за жилет? Доплата за жилет будет тогда 1000 рублей. Просто напишите мне письмо об этом, что вы купили второй том, и я пришлю вам ссылку на доплату. На какой платформе будет находиться курс и личный кабинет? Это платформа AutoWebOffice, это мой сайт, где у вас будет свой личный кабинет. После оплаты вам придет ссылка. Светлана пишет, как здорово, что я уже все купила. Катя, спасибо за такой титанический труд. Красота неимоверная. Спасибо большое вам за отзыв. Я очень рада, что вам понравилось. Для тех, кто купит до 19 апреля включительно, есть несколько бонусов. Во-первых, конечно же, лучшая цена. Как я вам говорила, 20 апреля цена немножко вырастет, поэтому я вам рекомендую успеть до 19-го. И еще, те, кто приобретет набор, второй том плюс жилет-мозаика, будут участвовать в розыгрыше призов. Мы его проведем 25 апреля, потому что будет еще один третий эфир. И на нем я разыграю 5 призов. Призы — это будут 5 мастер-классов на ваш выбор. То есть мы выберем из всех покупателей наборов, выберем 5 счастливчиков, это будет выбирать буду не я, а генератор случайных чисел, и каждому из них я подарю мастер-класс на выбор победителя. Вот поэтому предлагаю вам вот так же и в этом тоже поучаствовать. Где вам написать про покупку билета при условии, что втором уже куплен? Вы можете либо ответить на любое письмо, которое вы получаете от меня, либо написать в службу заботы. Так, техническая группа, пожалуйста, ссылку на службу заботы дайте в чат. Вы можете перейти также на сайт, и на сайте внизу, если вы прокрутите, есть ссылка «Служба заботы в Telegram» и «Служба заботы в WhatsApp». На любой из этих вот каналов, как вам нравится, можно написать. Так, Ирина пишет: «Катерина, восхищаюсь вами, ваши энциклопедии бесценны. Я счастливая обладательница энциклопедии номер 1 и 2. Восторг идей море. Благодарю вас сердечно за вашу работу». Ирина, спасибо большое. Ваши слова просто бальзам на мою душу. Так и не поняла, как заплатить в евро. Татьяна, под видео есть сейчас, под нашей трансляцией есть ссылка на сайт «Оплатить в евро». Это сайт, на котором... цены в евро. Вы оформляете там заказ, и там будут две опции: оплатить через PayPal или оплатить через Stripe. Stripe – это оплата картой. Если у вас нет аккаунта PayPal, выбирайте оплату Stripe и банковской картой оплачивайте в евро. Ура, купила курс жилеты. Спасибо, Катюша, огромное, пишет Наталья. Здорово, спасибо вам большое за покупку. Думаю, что спать вы сегодня не пойдете, скорее всего, будете смотреть всю ночь курс. Ну, там всего 1:40, посмотрите, спать пойдете. Так, есть ли у вас еще вопросы? Я пока оставлю вам вот так вот тарифы, смотреть на них, чтобы вы могли сориентироваться в ценах. Если вы готовы уже сделать покупку, переходите по ссылке под видео, а потом просто возвращайтесь к нам. Да, вот сейчас появились в чате ссылки на службу заботы, если у вас какие-то сложности возникли с оплатой, если что-то не получается, не пришло письмо, пожалуйста, пишите туда, но сегодня и завтра в течение дня будем вам отвечать по мере. Завтра будут продажи других курсов. Завтра, имейте в виду эфир следующий, в пятницу. На марафоне сейчас я делаю презентацию именно второго тома энциклопедии декора и курса по мастер-классу мозаика. Другие курсы пока я вам не предлагаю. Где я могу найти ссылки на оплату? Пришлите в контакт, пожалуйста. Да, хорошо, я обязательно опубликую пост и пришлю также в рассылку вам ссылки на оплату. Если вы
купили уже второй том, но хотите докупить также и жилет, напишите, пожалуйста, также в службу заботы. Ссылка есть на главном сайте. Сейчас вот под видео, то, что вы видите, ссылку на «Купить в рублях» или «Купить в евро», на любой сайт внизу есть кнопка «Написать в службу заботы». Напишите, пожалуйста, туда, что вы купили второй том, и я вам пришлю ссылку на доплату. Так. Можно пока купить первый том и курс жилетку. Да, можно и так, но сейчас цена первого тома 5990 рублей. Я могу дать вам ссылку также на приобретение первого тома, просто у меня сейчас ее нет под рукой. Тоже, пожалуйста, напишите или в службу заботы, или мне лично где-то в соцсетях, я везде есть. Как потом вернуться сюда? Потом вы также заходили либо из бота ссылку, либо в соцсетях, либо из письма. Я везде разослала ссылки на трансляцию. Вы просто опять по той же ссылке зайдите. Я пока тут с вами еще побуду. Так, скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы? Если сделана предоплата, как получить ссылку на доплату? Я всем, кто сделал предоплату, посылала письма. Может быть, письмо попало в спам. Проверьте, пожалуйста, там. Если письмо вы не нашли, пожалуйста, также напишите в службу заботы. Мы все найдем, все вам выдадим. Так. И не забывайте, пожалуйста, что я вас буду ждать также еще 19 апреля в пятницу в 19:00. У нас будет второй день марафона. И там мы будем говорить про переделки трикотажных изделий. То есть там вы узнаете, как из таких обычных, классических, скучных, можно сказать, джемперов сделать интересные оригинальные вещи, опять-таки применяя обрезки войлока. А также, если у вас произошел такой несчастный случай, да, попал свитер в стиральную машину и дал усадку, то тоже я расскажу, как можно его удлинить, либо расширить. Будем заниматься спасением вязаных изделий трикотажных. В мастер-классе жилет показываете этапы сшивания? Да, да, обязательно. Все этапы, и как делать мозаику, и как сшить жилет. То есть все там и про молнию, и про карманы. На самом деле технология очень простая у жилета. Там никаких заморочек. Все просто, но получится вот такой классный жилет на подкладке. Вида пишет, уже купила все, первый, второй том и жилет, и все супер, как всегда. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Вида, за доверие. Я очень рада, что вам нравится моя работа. Так, прослушала про розыгрыш. Давайте я сейчас расскажу, вернусь к вам и расскажу про розыгрыш. Так, вот. Розыгрыш. Все, кто приобретет набор курсов, второй том плюс жилет-мозаика, будут участвовать 25 апреля в розыгрыше. То есть мы всех покупателей соберем вместе, и генератор случайных чисел выберет 5 победителей. И эти 5 победителей, каждый из них выберет себе в подарок один любой вообще мой мастер-класс. Ну, вообще любой. Тот, который сейчас на сайте у меня есть, на главном. Вот, поэтому получается, что у нас эфира будет аж 3. Сегодня первый, потом второй 19-го, и мы еще 25 апреля также увидимся в эфире, где я отвечу на ваши вопросы и проведу вот розыгрыш. Завтра в Telegram ссылка на оплату будет, она будет уже сегодня. Можно будет и сегодня также пойти и приобрести все, что вам нужно. Благодарю за марафон. У меня есть и первый том, и второй том. Пошла за жилетом. Ну, отлично, у вас будет тогда весь набор. Если вы приобретали раньше второй том, то тогда доплата за жилет будет у вас только 1000 рублей. Поэтому напишите, пожалуйста, в службу заботы. Катя, а образец мазанки есть в энциклопедии? Мозаики, наверное. Нет, мозаику я в энциклопедию не давала. Мозаика вынесена в отдельный курс. Можно купить первый том отдельно? Да, можно купить первый том. Сейчас он стоит 5990 рублей.
И он продается сейчас на отдельном сайте. Так, давайте вы мне напишите, пожалуйста, лично, либо службе заботы, и я тогда мы вам дадим ссылку на приобретение первого тома. Те, кто купил по предоплате, будут участвовать в розыгрыше? Да, если вы купили раньше набор, второй том плюс жилет, то вы тоже обязательно поучаствуете в розыгрыше 25 апреля. Тоже хочу жилет, второй том уже купила. Да, напишите, пожалуйста, что вы купили второй том, я пришлю вам ссылку на доплату. Тогда у вас будет набор, и вы можете поучаствовать в розыгрыше. Ну вообще, девочки, 1000 рублей в наборе стоит курс по вот такому прекрасному жилету. Таких цен у меня еще никогда не было за изделие и никогда уже не будет, потому что мне хотелось, чтобы он был вот такой доступный, но на самом деле курс очень крутой, там очень много информации ценной. Так, мозг кипит. Так, Ирина, закипел мозг у Ирины. Я достигла своих коварных целей. Мне хотелось, чтобы вас так там все это взбудоражило. Так, девочки, если еще какие-то у вас вопросы будут по переделкам, которые я вам сегодня показывала, пожалуйста, пишите в службу заботы, и мы с вами тогда увидимся 19 апреля, обсудим переделки из трикотажных. Все, я уже заговариваюсь, из трикотажных изделий. Так, ссылка не открывается в WhatsApp. Так, давайте проверим, что там не открывается. Перейдите по ссылке, вы переходите по ссылке с сайта на службу заботы в WhatsApp. Я проверю, закончу эфир и проверю, хорошо, что там у нас не так с ссылками. Если что, починим, полечим. Огромная благодарность за эфир. Ждем 19 апреля. Я тоже вас буду ждать. Там тоже очень два интересных урока по переделкам. Ну и обсудим еще вот разные возможности. Так, ну, если у вас какие-то получились неудачные изделия, я знаю, что это очень, конечно, огорчает, да, то, что вложено время, вложены материалы, вложены какие-то надежды. Мне очень понравилась фраза, которую я сейчас не вспомню, кто ее написал уже. Такой лозунг: из отходов в доходы. Вот моя идея главная второго тома энциклопедии была в том, чтобы отходы превратить в доходы. То есть ваше неудавшееся изделие можно дать ему новую жизнь, дать ему новый шанс, преобразить его. Вот энциклопедия вам в этом поможет. Спасибо за эфир. Нажимаю на курс в евро, показывает в рублях. Так, техническая группа, проверьте, пожалуйста, ссылки в евро, почему показывает в рублях. Спасибо огромное за ваш опыт, с которым делитесь с вами. Я делюсь, а у меня меньше не становится. Мне с вами приятно делиться, потому что я сама тоже от вас наполняюсь. Курс в евро, пожалуйста, вот можно приобрести по ссылке в чате. Концовка у этой ссылки «Euro», там, где на «Евро», это для вас. Благодарю за чудесный информативный марафон, за душевное общение. Пошла за покупкой второго тома и курса «Мозаика». Спасибо большое, Ольга, вам приятных покупок и приятного просмотра курса. До встречи! Так, курс в евро показывает в рублях. Что-то у нас не то со ссылкой. Давайте я сейчас закончу эфир и проверю, что там не так. Если что-то у вас не получилось, не открылось, пожалуйста, пишите в службу заботы, либо пишите мне в соцсетях, я вам помогу, вас перенаправлю. Только ночью, конечно же, мы не отвечаем, вот, но когда рабочее время, мы на связи и поможем. Юля пишет: благодарю за мастерство, за опыт и за знания, которыми делитесь. Мне очень приятно, что они ценны для вас. Если купить первый, второй том и жилет, буду участвовать в розыгрыше? Да. Если вы покупаете набор из двух курсов или набор из трех курсов, то вы участвуете автоматически в розыгрыше 25 апреля. Как купить в рассрочку два тома, второго тома и жилет? Оформляйте, пожалуйста, заказ
Получается, у вас покупка больше 3,5 тысяч рублей. Там будет кнопка оформить кредит или оформить рассрочку, как-то так. Это банковская рассрочка, даю ее не я, дает ее банк Тинькофф, кажется, несколько банков там. Там будет дальше инструкция, вы заполните ее и оформите рассрочку. Так. Курс евро к рублю я не пересчитываю по актуальному курсу. Цены в евро фиксированы, то есть цена в евро такая, какая есть. Так. Спасибо большое вам за эфир. У меня немножко уже сел голос, но с вами очень приятно общаться и расходиться не хочется. Благодарю за интересный творческий вечер. Вы умница, с нетерпением жду продолжения праздника для души. Я тоже жду новой встречи. Девочки, оставляю вас делать приятные покупки. Запись сегодняшнего эфира мы пошлем завтра вам в бот. А те, кто регистрировался на этот марафон, все завтра получат запись. Запись будет доступна вам до 26 марта, до 26 апреля включительно. Если вы приобретете сейчас курсы, запись марафона, запись уроков, которые я показывала на марафоне, добавлю также еще и ко второй энциклопедии. То есть те, кто приобретет энциклопедию, у них будет доступ к урокам марафона вообще неограниченный. Спасибо за интересный эфир. В голове куча идей. Ну все, здорово. Я, значит, своих целей достигла. Всем спасибо, девочки. Огромное спасибо за ваше тепло, за ваше участие, за вот эту вот энергию, которая тут у нас забурлила. Без вас, конечно же, все было бы гораздо скучнее. Вот. Спасибо за ваше время. И за все теплые слова. Спасибо большое за покупки всем, кто сегодня, завтра, да и вообще в эти дни что-либо приобретет. Надеюсь, вы будете ими довольны. Да, даже уверена, что вы будете ими довольны, потому что я еще разочарованных моими курсами не знаю. Так, будем расходиться. Прекрасный вечер, купила мастер-класс, пишет Дина. Дина, спасибо большое. Щедрости нет предела, пишет Нел. Благодарю вас. Спасибо, всего доброго. Девочки, всех обнимаю. Давайте расходиться, потому что уже, наверное, у вас тоже совсем поздно. У кого-то уже глубокая ночь. До встречи 19-го. Увидимся. Ссылки на приобретение курсов пошлю еще сегодня вам в бота и также размещу в соцсетях, чтобы вы могли спокойно потом пройти и сделать свои покупки. Так, всех обнимаю. И до свидания. Завершаю эфир. Всем счастливо.